Продукт или маркетинг? Маркетинг, а потом продукт. Есть миллиард там способов сделать инди-приложение, которое просто приносит $2000 в месяц на пассиве. Важно понимать многим разработчикам, что приложение без последующей монетизации не стоит практически ничего. Дружище, ну вот это приложение твое типа за $500 не сильно надо. Попытка вот создать такого рода единорога — это отчасти игра в казино. Аутентификатор в месяц приносит $2000. Сколько из этих 60 приложений ваших — это вибраторы? Ноль. Киллер-фича в новой прошивке на Apple Watch Ultra — клавиатура. В 2 года умножаем на 24 месяца — это $60,000. Получишь с 60 тысяч на 0,2 — 12 штук. Ну, не так и плохо. Ну, неплохо, да. Айтишечка надо. Ну что, пацаны? Сегодня у нас необычный выпуск. Необычный. IT-борода. Очень редко сюда приходят не айтишники. Но люди связаны с айтишкой, правильно понимаю? Да, связаны, косвенно. Косвенно, очень косвенно, да. Смотря кого считать айтишником. Давай сразу забайте, мы сегодня будем айтишников. Айтишником, вы будете айтишником рассказывать, как можно заработать дополнительных денег, отстраняясь от найма. Вот так. Да, окей. Вот я хочу это узнать сильно. Парни из бизнеса. Ну, парни в бизнесе айтишном. Разработка мобильных приложений. Да. Буду задавать много неудобных вопросов тоже сегодня, потому что есть у меня вопросики. Давай только неудобные. Только неудобные? Не, ну тогда у нас совсем мало контента получится. Так, давайте я вас представлю быстренько, а потом ну, расскажете немножко про себя, чтобы познакомиться. У нас два основателя компании Light Apps, да? Компания, занимающаяся разработкой. Я так правильно понимаю, массовая разработка мобильных приложений, можно так сказать? Да можно. На конвейере, как завод. То есть это не про то, что сделать мобильное приложение заказчику какому-нибудь, компания к вам пришла, и вы для нее делаете, и потом типа с этого маржу имеете. Вы делаете мобильное приложение, чтобы зарабатывать на трафике, который прогоняете через эти приложения? Ну, в части не жду. В частности. Да, на заказ не делаем, делаем все in-house и делаем полный цикл. То бишь и сами производим приложения, mm-hmm. и сами делаем для них маркетинг. Ну, и зарабатываем паблишинг, соответственно, тоже. Но смотрите, есть же компании в айтишке в стандарте. Давайте сначала, у меня начинаются уже вопросы, давайте сначала вас представлю. Да? Давай. Так, Дима Перевертень. Да. Правильно, кстати? Ну, сложно сказать, как правильно. А скажи, как правильно. На украинском правильно Дмитро Перевертень, а на русском Дмитрий Перевертень, наверное. Хорошо, значит, Дима Перевертень. Да, можно так. И Виталий Бабич. Да. Я, честно говоря, я же обычно гуглю людей, да? Вот проблема бизнесменов и предпринимателей в том, что их хер нагуглишь часто. Особенно там, когда вы не сильно про себя любите по интервью ходить рассказывать. С одной стороны, классно, когда вас в интервью много нет, потому что когда вас много в интервью, то это часто инфомошенничеством каким-то пахивает. А с другой стороны, мне было сложновато понять, чем вы занимаетесь. Вот я вас знаю как сооснователей и кофаундеров Light App Studio. Расскажите чуть подробнее каждый по отдельности про свой вообще бэкграунд, чем вы занимались до Light App Studio и чем вы занимаетесь тут конкретно. Давай начинаем. Давайте расскажем, чем мы занимались до. Я, в принципе, лет 10 уже в обед в нише CPA, аффилиат-маркетинга и медиабанга. Начинал, наверное, в году 2014-15 в найме, в компании, которая занималась БАДами. Соответственно, она производила эти биоактивные добавки и сама же своим внутренним отделом маркетинга их промоутила. Это не сетевуха какая-нибудь типа Agile? Не такая. У меня был опыт. Сетевухами я тоже занимался в детстве, но нет. Это прям компания, которая серийно производит разные БАДы, препараты там для похудения и так далее, и продает их по Европе там десятками тысяч штук в день. Большая компания, я там работал сначала, вообще я по образованию программист, но у меня как бы с этим не сложилось. Вот это вообще, кстати, история, антиистория на канале IT-борода. Ты был программист, учился на программиста, а стал в итоге CEO-компании. Ну, получается, да, но ко всему в жизни надо иметь талант,
а таланта программиста у меня как такового особо не было. То есть ты отучился на программиста и не работал по профессии? Я работал, я работал год разработчиком баз данных, но это вообще не мое, то есть я мог бы быть, может быть, рядовым программистом, но каким-то суперклассным точно не был бы. Потому я с детства занимаюсь предпринимательской деятельностью, то бишь я там торговал разными мобильными телефонами, у меня были ларьки, шаурма, хот-дог, был когда-то даже овощной ларек, была организация, мы организовывали вечеринки и концерты, в общем, разной предпринимательской деятельностью все тестировал. Были разные взлеты и падения, но примерно там к 20-22 годам я обломался, потому что занимался там предпринимательской деятельностью где-то с 16, а денег особенно заработать не выходило. То бишь там выходил максимум там на 1000-2000 долларов в месяц, и потом либо там терял весь свой капитал, там, к примеру, заработал 10 тысяч долларов, потом там прожег их на чем-нибудь, там кто-то меня кинул в каком-то бизнесе, еще что-то. И я решил, как бы, что если я вот такой вот предприниматель никчемный, то надо мне идти обратно на наемную работу. Занимался я вот предпринимательской деятельностью, то, что я говорил, программистом работал, это было параллельно, то бишь это там на полдня после университета. И параллельно постоянно что-то продавал, покупал, открывал и так далее. Вот. И пошел я вот на работу проект-менеджером, поработал там полгода-год. Потом в этой компании была возможность стать медиабайером, то бишь закупать рекламу и делать маркетинг для вот этих вот конкретно БАДов. Начал... Медиабайер называется. Да. Ну, это... Маркетолог в таком русскоязычном сегменте. Арбитражник, можно сказать, но вообще... Да. Ладно, про это мы еще поговорим. У меня был негативный опыт разговора с арбитражником. Да, ты говорил. И, в общем, вот я начал заниматься этим арбитражом, медиабайингом в этой компании. И достаточно быстро, поскольку у меня уже был опыт предпринимательской деятельности, я перешел из ранга просто медиабайера в ранг главы отдела. То бишь там нанял под себя там на топе конкретно в этой компании где-то 50 человек у меня работало. Я их достаточно быстро начал собирать и, собственно, сделал там отдел внутренний медиабайинга. Потом там где-то через года полтора у нас пути разошлись, и я уже начал там строить собственные медиабайинг-команды, партнерские программы и так далее. Вот. И, наверное, в году 2018 или 2019 мы с Виталиком, собственно, вот одноклассники, но в году 18-19 Виталик на тот момент жил в Китае, и у него появилась идея разрабатывать мобильное приложение, а у меня был определенный профицит денег с вот этой вот арбитражно-медиабайерской деятельности. И один из проектов, в которые я эти деньги перелил, это были вот проект с мобильными приложениями. Соответственно, мы начали заниматься параллельно этим, хотя я дальше продолжал заниматься медиабайингом. А вот в этом медиабайинге, ты говоришь, у тебя был префицит, какая-то подушка денежная, ты там типа за проценты работал? Или, ну, ты ж найм был? Нет, найм был первые полтора года, потом я уже ушел делать свою компанию. А, все, вот эти 50 человек, это уже твоя компания была? Нет, 50 было там, в моей уже было 300. В своей уже было 300, и пока вот компанию эту делал по арбитражу трафика, Виталик там что-то намутил по мобильных приложениях, и вы объединились. Да. Окей. Да. Соответственно, вот я занимался, и примерно с начала войны там у меня чуть-чуть оно уже все... Не было на этом всем фокуса, и дальше я занимался операционно только мобильным приложением. И вот в лайтапе, получается, у вас сколько, 2, почти 3 года, да, вы работаете? Нет, смотри, в LightApps конкретно в компании сколько, 5 лет уже выходит, уже 6 выходит практически. Там 18-19 год, там на стыке это было. А в 22-м Дима плотно включился в саму деятельность. Да, я просто включился. До этого я операционно занимался медиабайингом, а Виталик курировал все направление по приложениям. Но потом с 22-го года я уже операционно сам перешел сюда. Понял. Виталик, мне Дима сказал, что ты тут отвечаешь за техническую часть. Короче. Ну, отвечаю больше, чем Дима, давай назовем так. Рассказывай. А как ты до этого докатился все?
Ну вот, как Дима сказал, то есть мы были одноклассниками, там, в 2014 году, когда начались военные действия, там, Майдан сначала начался, а потом военные действия, там, в Крыму, в Донецке, в Луганске, я купил билет в один конец и уехал в Китай. Там жил... Просто уехал в Китай? Просто уехал в Китай. А сколько тебе лет было? Слушай, лет... Давайте я скажу точно. 20 лет мне было, мне 21 в Китае исполнилось. Просто полетел в Китай? Ну да, там с товарищами купили билет в один конец, да, полетели в Китай. Блин, ну ты отчаянный, конечно, тип. Ну, я, смотри, я работал, ну давай с бэкграунда зайдем, то есть я работал тогда на Майдане в центре Киева, работал в магазине по айфонам. Типа там ставишь софт, продаешь телефоны, вот это все дело, там что-то там взламываешь телефон, тогда джейлбрейк был популярен. И я давно как бы любил всю там технику Apple, там ковырялся в ней изначально с детства, там покупал себе первые айфоны на первые заработанные деньги, разбирался, как их там разблокировать, потом предоставлял кому-то эти услуги, потом их продавал. То есть как-то вот исторически у меня так сложилось, что мне нравилась техника, там конкретно Apple, я вот по ней так как-то двигался. Работал все время в найме, что-то старался предпринимать какие-то действия, как мини-стартап-бизнесы там в 15-14 лет, вот, говорю, там, выезжал кому-то, предоставлял какие-то услуги и так далее. А потом уехал в Китай, потому что я находился в эпицентре, собственно, революции, там не выглядело это все дело сильно безопасно. Я подумал, почему нет, там были какие-то там отложенные деньги минимальные, мы поехали посмотреть страну и впоследствии, возможно, там остаться, работать, возможно. А в итоге эта поездка затянулась в 7 лет, и вот там вернулся в Украину, наверное, года сколько, два назад, наверное, 2.5, где-то вот так вот. Как ты осел в Китае? Блин, тут Китай, это не Европа, там, которая более-менее понятная, там, даже так Америка какая-нибудь, мы это все с поп-культуры знаем, в Китае. А там была интересная схема, то есть, в принципе, ты когда иностранец, ты когда приезжал в Китай, у тебя там было 3 примерно варианта, кем ты можешь работать со старта вообще практически. А, это там преподаватель английского языка, а потом go-go, это типа танцор, танцовщица, ну и модель. Как бы я на go-go танцора не тяну, на модель тоже не задался, но английский знал хорошо. И вот стал работать преподавателем английского языка. Вышло там зацепиться, жил себе, не тужил, работал параллельно. Я понимал, что я не хочу работать особо на офлайн-работе. Ну, как бы в онлайне я разбираюсь. Там вот, к примеру, Дима говорил за арбитраж, за медиабайинг. Я там в свободное время, тогда еще там в году 15-16 тоже там уже разбирался, сидел, сам что-то изучал. Что-то даже запускал, получалось, но, как говорится, не стояло на это. Работал, и в один момент я пришел к тому, что в Китае у тебя все заблокировано. То есть основные зарубежные сервисы у тебя заблокированы. Там Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, Ютуб, вот Телеграм тот же, например. Ты вообще Ютуб посмотреть в Китае нельзя было? Нельзя. VPN, да. И сейчас нельзя. А с VPN можно? Тебе нужен VPN, но там возникает другая проблема. В Китае очень сильный фаервол. То есть это не такая история, как там в других странах. Он прям самообучаемый, они выстроили, там реально очень мощная штука. И тебе, чтобы его пройти, не все VPN далеко работают, это первый момент. Второй момент, у тебя очень сильно падает скорость. В Китае все сервисы сосредоточены на серверах внутри Китая, у них такой закон. И, соответственно, ты когда даже через VPN подключаешься к любому сервису, у тебя идет очень большая задержка. И я, ну, я как бы такой технический парень, люблю всякие штуки, и мне было принципиально, чтобы у меня был доступ ко всем сервисам, чтобы я там мог смотреть YouTube 8К, условно. А когда ты так по обычному классическому пену получаешь там 240 в лучшем случае. И я у себя там в квартире, подразобравшись, там за полгода организовал всю эту структуру. Там на телефон себе, друзьям организовал, и все работало отлично, потрясающе. Там нашел специальные сервера, и в моменте подумал, а почему бы не организовать эту структуру, если, ну, как бы у меня все классно работает, это пользуется спросом. Это же можно продавать. А это, ну, это, я так понимаю, в Китае VPN, он нелегален или это серая зона? Серая зона. Если ты его продаешь кому-то, физически ходишь, ставишь, это наказуемо. Если ты им пользуешься сам, это не наказуемо. Ну, если чувак на радиорынке тебе поставит этот VPN, то его там посадить могут. Да. Но при этом... ты, как обычный гражданин Китая, можешь VPN поставить? Можешь, но это как бы нехорошо. Окей. Но при этом там большие компании пользуются VPN, то есть это нормальная история. Тебе сложно вести бизнес, если ты им не пользуешься. Ну, да, и вот мы с Димой общались, созвонились, ну, там, в принципе, созвонились периодически, и разобщались на эту тему.
То есть я ему говорю, вот есть идея, давай делать, смотри, есть VPN, можно сделать, и вот там есть понятие, как монетизировать, есть понимание, как его сделать, чтобы он работал. И он будет достаточно быстро работать, и это будет его там конкурентное преимущество на фоне всех остальных продуктов. У Димы были контакты по тому, как это дело можно рекламировать, допустим. Были деньги, которые можно там закинуть в компанию, в разработку этого продукта, потом в промоушен, потом в реинвест, помочь найти разработчиков, которые это дело будут пилить. И вот мы на этой почве все сколлаборировались и начали делать. В итоге мы сделали достаточно много продуктов, даже пока я еще жил в Китае. Там был длинный трекшн, начинали с больших продуктов, там топ дошел до больше 10 миллионов установок, там в Android, в iOS, не помню, там 2 или 3 миллиона, что-то такое, ну тоже там миллионы были установок. Оборот там был прогненный очень большой, мы там за год провели больше миллиона, по-моему, долларов или полутора миллионов, чисто за год оборота на рекламу и продвижение этого продукта. И вот пошло-поехало. И после этого начало появляться большее количество приложений, студия LightApp стала разрастаться, начали заходить в большее количество ниш, создавать сервисы на основе, которые связаны с мобильными приложениями, в качестве как под эгидой LightApp. То есть есть смежные сервисы, которые нужны в работе с мобильными приложениями или ниши, и они тоже уже включаются в нашу компанию. Mm-hmm. Так. С большего понятно. Теперь я хочу попытаться выставить в своей градации айтишную компанию Light Apps. Все зрители знают, что такое аутсорс. Все зрители знают, что такое продуктовик, который зарабатывает на продукте. Компании, которые делают что-то вроде как на слуху инновационное почему-то. Это продуктовики. Аутсорс, понятно, да? Продаем команду, продаем время, продаем там людей. Есть еще, ну, лично я там сталкивался с компаниями третий тип, это когда продуктовик не инновационный, типа компания, которая там делает, не знаю, мобильные игры популярные, какой-нибудь Clash Clans. Вот вроде кто там не играет, никогда не слышал, а там целый здоровенный рынок таких вот всяких мобильных игрушек. В какой из этих сегментов, либо в какой-то еще отдельный вообще встраивается ваша компания? Смотри, по факту вот в третий, как ты сказал, как Clash of Clans. У нас мы делаем продукты, все продукты мы делаем своей собственной разработкой, но эти продукты не инновационные. То есть они заточены под маркетинг. Соответственно, наша основная задача — это зарабатывать деньги с помощью наших продуктов. То есть разработать мобильное приложение, встроить туда подписку и залить туда трафик. То есть купить там трафик в Facebook, Google и так далее. И, соответственно, монетизировать этих юзеров. При этом вы заинтересованы в том, чтобы приложения были качественные? Они качественные. То есть это не про то, чтобы нагнать больше людей, там трафик прогнать, забыть про это приложение? Нет. Это не три страницы приложения там из говна и палок. Это качественные приложения, потому что, смотри, изначально мы делали продукт, ты говоришь, продуктовой компании. Но ввиду того, когда мы поняли специфику работы с компаниями Apple и Google, мы поняли, что на одном продукте далеко не уедешь. И какой бы ты классный продукт ни сделал, тебя может забанить, тебя может выкинуть, тебя могут не выплатить деньги. Ну, там разные ситуации. Мы там разбирали подробно, там целые выпуски по ним были. Да, у нас просто, соответственно, вот упомянем, у нас на YouTube есть свой канал LightApps Podcast, и вот, соответственно, мы там разбираем всю специфику мобильных приложений, там и гости из мобильных приложений. Да, подписывайтесь, кстати, мы там тоже делали выпуск, как стать айтишнику, предпринимателем. Да, меня убеждали. Вот, возможно, Леша сможет вот здесь вывести предложкой наши выпуски. Так, продолжай. Да, то есть мы столкнулись с суровой реальностью, назовем это так. Есть путь мечтателя, когда я сделаю классный продукт, и все будет круто. А есть суровая реальность. Так вот, после того, как мы с ней столкнулись, мы поняли, что продукт важен, бесспорно. То есть не нужно делать полный откровенный трэш. Ну, соответственно, ты не можешь сделать полный откровенный трэш, если ты тратишь много денег, потому что LTV юзера будет ничтожный, они будут уходить. Так, LTV — это уже непонятно. Смотри, если... Lifetime value. Вот это уже понятнее. Сколько денег принесет юзер за время жизни его в приложении? Если ты сделал плохой продукт, то у тебя сейчас несколько там моментов есть. Первый, тебя Apple и Google не особо пустят в магазин. Ну, потому что у них довольно строгая модерация сейчас, особенно она с каждым днем становится строже. И особенно у Apple она устроена очень интересно, то бишь там все проверяет живой модератор и, соответственно, проверяет, достоин ли ты нахождения в категории. То есть, соответственно, даже если просто у тебя хороший продукт, но категория в рамках там таких же мобильных приложений переполнена такими продуктами, либо цена у тебя выше, чем у конкурентов за ту же технологию. То есть ты не можешь там рандомную цену поставить, миллион долларов? Не можешь. Нет. Вот, к примеру, раньше
раньше, там, простой пример, раньше в Store были очень популярные приложения обои, то бишь там много белорусских, в том числе компаний, делала приложение обои, заходила в Store и брала за это кучу денег. Но сейчас-то с ними там очень проблематично пройти, потому что категория переполнена. Во-первых, обоев достаточно, во-вторых, поскольку за них брали очень много денег, то как бы новые такие же не пускают. И от этого, кстати, вопрос качества тоже зависит, потому что для того, чтобы тебе пройти в некоторые категории, которые, в принципе, денежные категории, назовем это так, тебе нужно сильно повышать качество своего продукта и делать, чтобы он отличался от конкурентов, для того, чтобы тебя эти магазины пустили в магазин. Окей. То есть, получается, вы, по факту, продуктовик народного потребления. Типа, у нас на ушах висят продуктовики, которые, типа, там, двигают науку и технологии вперед, а есть еще здоровенный класс компаний, которые делают все остальное, там, калькуляторы, еще что-нибудь, там, VPN. Ну, и игры те же. Игры массовые. Ну, да. Это все вот кто-то же делает. Ну, да, то есть это просто, ну, опять же, все знают на слуху там проекты единороги, да? Mm-hmm. Но в каждой нише там, там есть 500 приложений, условно, в одной нише. Из этих 500 приложений 100, там, ну, там, не 100, давай, 30-40 успешные реально, хорошие. Но никто не знает, что за компании их делают, как их разрабатывают. Да, ну, и плюс есть такая вещь, что попытка вот создать такого рода единорога, это как бы отчасти игра в казино. Потому что какой бы крутой ты продукт ни сделал, какую бы инновацию ни преподнес этому миру, это далеко не гарантия, что у тебя все получится. То есть ты должны совпасть все звезды от маркетинга, от денег, начиная и там заканчивая просто банальным фартом того, что там что-то плохое не случится, я не знаю. Ну, все что угодно. А есть, если разобраться, даже не только в бизнесе мобильных приложений, а просто в любом виде человеческой деятельности, то есть есть такие штуки на виду, там, условно, как в приложениях там Маскарад или Uber, или там, не знаю, в других нишах. Уклон. Да, уклон, ну, условно, да. Но 95% рынка — это обычные трудяги, которые как бы просто сводят юнит-экономику, как бы пытаются заработать каких-то там условно 30% годовых, как там, ну, в любом бизнесе в среднем, на обычным трудом. И потому как бы, ну, не все в там, условно, строительстве строят Бурдж-Халиф или там Эйфелеву башню, а большинство строителей в мире строят просто обычные домики и пытаются на этом что-то заработать. Вот так же, собственно, и у нас. На данный момент у нас в стратегии нету попытки создать новую технологию, единорога или еще чего-то. Мы там средняя или по меркам мира даже небольшая команда, компания, которая пытается как бы зарабатывать деньги, там, становиться больше, и потом на определенном этапе, если все звезды сложатся, мы, возможно, уже будем работать над созданием вот такого флагмана приложения. Но на данный момент наша задача как бы кормить свой коллектив и зарабатывать деньги. А насколько это серьезно? Насколько большая компания, насколько у вас человек? Ну, смотри, у нас просто несколько... С кем сравнивать, во-первых. Ну да, то есть там крупные прям ребята, большие компании. Мы не самые. Это сколько? Крупные? Ну крупные там 100+, это крупные в принципе. 100 человек в штате, типа, да? Да, да. Угу. Ну я в людях не мерил, понимаешь, мобильное приложение это такая штука, я б мерил в выручке. То есть у нас там где-то до 1 000 000 месячной выручки. Но мы сейчас с вами говорим о разных немножко вещах. Вы говорите про бизнес-сторону, а я все-таки говорю со стороны айтишника. Мы в айтишке, вот ребята, у нас есть градация. Например, ты идешь в компанию там до 10 человек, и ты понимаешь, что в этой компании будут процессы одного рода, там, семейного типа. Ты идешь в компанию, где там до 400 человек, в этой компании еще там процессы какие-то семейного типа, но уже чуть более. Это если аутсорс, аутстаф. А если ты идешь в Telegram, которым 30 человек, да, но он мировой лидер? Угу. Понимаешь? То есть, плюс... ну, типа тут так не коррелируется. Есть компании, там, 5 человек, у них сотни миллионов оборота. Есть как бы другие, там, где тысячи людей, но как бы компания может быть даже не прибыльной, к примеру. Инстаграм тот же пример. Там работало 8 человек, когда его продавали. Ну, то есть можно по-разному смотреть. У нас есть путь масштабирования количеством людей, допустим. У нас есть разные поднаправления. Мы можем там в одно направление, у нас может быть там 30 разработчиков, 40 разработчиков. Кто-то может быть на аутсорсе, кто-то, ну, не на аутсорсе, а на партайме. Кто-то может быть на фулл-тайме, кто-то удаленно, кто-то в офисе. Но от того, какое там количество людей, условно, это не влияет прямо пропорционально на деятельность компании. На выручку. Это так, на выручку, да. Это влияет на сроки, по факту, все.
То есть на масштабирование, а на сроки. Влияет что? Количество приложений, например. Стратегия маркетинга, да, стратегия самой компании. Сколько мы готовы тратить на маркетинг? Какой у нас доступ к деньгам? Насколько деньги эти дорогие и так далее? Ну, смотри, если простыми словами, для там, так как ты хочешь это узнать, там, ну, где-то 70 человек на данный момент работает, да, суммарно по всем направлениям. Mm-hmm. Не знаю, много, ну, там это или мало. Между 70 и 90. Да, но мы просто в людях не меряем, просто потому что, ну, как бы, в принципе, там, мы можем и уволить там большое количество из этих людей, и конкретно у нас показатели не будут падать. Они просто вырастут. Просто они вырастут в чистой прибыли. Просто мы не будем расти. А, к примеру, большинство из этих людей работает просто на какие-то будущие проекты, часть из которых там выйдет, часть из которых не выйдет, но это не коррелируется прямо пропорционально. Я еще спрашиваю, я просто пытаюсь нанести вот эту вот схему работы Light Apps на типичную схему, которую мы там видим в айтишке, вообще наносится ли она, коррелирует. Ну, потому что это важно слушателям, на самом деле, если там ребята захотят загуглить вашу компанию, еще какую-то, им же важно понимать, куда они придут. Конечно. И вот... Мы с вами разговаривали, вы произносили такие штуки, как арбитраж, лидогенерация. Вот эти вещи, когда ты слышишь, айтишник, который не вовлечен в разработку тулинга вокруг этого всего, тебе кажется, будто бы тебе на уши начинают приседать. Вы знаете, почему такое сложилось мнение? Почему арбитраж и вот трафик где-то на уровне со ставками на спорт у людей, у обычного потребителя массового? Знаем, у нас даже был выпуск, называется «Приложение или арбитраж». Да, я видел. Бой. Да. Ну, смотри, арбитраж, там Дима может более подробно рассказать изнутри, скажем так, всей структуры. А снаружи структуры это очень легко объяснимо. Залетело очень большое количество людей, низкой квалификации, начало зарабатывать... вроде как дурные деньги, ну, по крайней мере, так публично, назовем это так. Хотя какие деньги зарабатывали, неизвестно. И было очень много ниш, в которые они залетали, которые, скажем так, сомнительны. Объясните саму суть того, что такое арбитраж. Смотри, и давай, почему вы не этим занимаетесь? Требуется трехминутный спич. Смотри, сам по себе арбитраж, в принципе, его... Что он из себя представляет? То бишь, это попытка заработать на разнице в цене. То есть есть CPA-маркетинг, это... Ну, ты понимаешь, что это или я это понимаю, но люди-то не понимают. Cost per что-то там. Cost per action, да. То есть, соответственно, к примеру, ты рекламодатель, ты продаешь вот эти вот стаканы. Ты говоришь, типа, ребята, я готов... Не хочу содержать отдел маркетинга, не хочу там всем этим заниматься, готов за каждый стакан, за продажу каждого стакана маркетологам платить $1. Говоришь это мне. Я говорю, хорошо, делаю тест, закупаю рекламу, она мне обходится в 50 центов. Продажа каждого стакана для тебя. И, соответственно, вот я условно занимаюсь вот этой вот коммерцией на разнице в цене. То есть это маркетинг на аутсорс, что-то типа того? Ну, это типа того. Это маркетинг за продажу, за экшн. За целевое действие. За целевое действие. За лида, за продажу. Звучит как что-то нормальное. Да. Стало ненормальным. Звучит как нормальное изначально. Во-первых, изначально этим занималась достаточно узкая каста людей, которые приходили туда зарабатывать достаточно большие деньги. Ну, то бишь, никто не приходил в эту сферу там зарабатывать, к примеру, там $1000. Это было там узкое направление, достаточно приватное, там на них про него общались на каких-то там закрытых форумах и так далее. А потом там примерно в каком-то там 18-19 году на этот рынок пришли там ребята, которые начали заниматься инфобизнесом в этом пространстве, потому что это там звучит как бы круто, достаточно просто, там нажал одну кнопку, занимаешься рекламой, да, и заработал все деньги мира. Ну и, соответственно, они это растиражировали для широких масс как очень простой способ, ничего не делая, зарабатывать много денег. И вот чисто из-за этого это обрело такой шлейф. Но доля правды в твоих словах есть, в том, что это, вот так как я объяснил, звучит там классно, круто и по-белому, но на самом деле весь CPA-маркетинг, аффилиат-маркетинг, там арбитраж, как хочешь называй, там миллион названий, кто как хочет называет, он работает в основном только в каких-то сероватых нишах. То бишь, потому что если ты производитель какого-то там классного белого товара, я не знаю, к примеру, айфона, то
тебе нет смысла переплачивать, там, к примеру, 30% от оборота или 20% от оборота каким-то аутсорс-компаниям за привлечение лидов. Ты наймешь себе внутренний отдел, заплатишь там, маркетологов наймешь по 2000 долларов ставки, и они тебя будут привлекать эти лиды. В основном весь вот этот медиабайинг и арбитраж работает в таких сероватых нишах, которые банятся в трафик-сорсах. То есть, соответственно, в Фейсбуке или Гугле они банятся. И потому именно рекламодатели как бы выдают подряд этим арбитражникам, чтобы они за рекламодателей боролись с этими банами. А банится просто потому, что там политики странные бывают. В основном креативы, из-за того, что сами арбитражники нарушают это. То есть это такой общественный условный договор. Ты, к примеру, рекламодатель, и продаешь какие-то товары. К примеру, я не знаю, какую-то там товарку. Вот такие вот футболки, да, с коциками. К примеру, ты их продаешь там, я не знаю, по 10 долларов. Но хочешь зарабатывать на этом больше и продавать их не по 10 долларов, а по 50 долларов. Ты привлекаешь арбитражников и говоришь: ребята, я хочу продавать эти футболки по 50 долларов, но конкурентно не могу конкурировать там в обычных площадках. Они говорят: окей, там с каждой продажи 50 долларов отдавай нам обратно 20 долларов, мы этим займемся. Окей, и дальше они в трафик-сорсах позиционируют, я не знаю, делают какой-то типа там серый паттерн или, ну, условно придумывают, к примеру, что эти футболки носила Ким Кардашьян. Рисуют такой сайт. И, соответственно, ты юридически вроде как делегировал на кого-то, с тебя взятки гладкие. Окей. Да, а в трафик-сорсе, как бы закон они, может, и не нарушили, а вот в трафик-сорсе это нарушение. А нафига арбитражникам ты в таком случае, если они могут такие же футболки сделать и продавать их сами? Ну, потому что это сложно, это все, целый бизнес, понятно. Целый бизнес-процесс, надо строить там колл-центр, надо заниматься товаром, еще что-то. Они хотят настраивать рекламу, потому что сложно ее так настроить и бороться с этими банами. Блин, ну это похоже на обычное слово маркетинг, ну типа... Ну, маркетинг за целевое действие, а еще он стал серым, потому что рекламодатели, которые дают высокие ставки, где у тебя выходит большой зазор, они в основном из серых ниш. Там ставки на спорт. В основном, да, какое-то казино нелицензионное, к примеру, не имеющее местной лицензии. Или там, ну все что угодно, дейтинг, бейтинг. Серые, потому что переклад ответственности на вот эти чуваков, которые делают рекламу, и это выгодно. Ну, типа. Серые, смотри, в Фейсбуке запрещена реклама ставок, если у тебя нет лицензии в этой стране, к примеру. Ну, так. Там есть, к примеру, у гэмблинг этих операторов, провайдеров. Ну, соответственно, ты никак там гэмблу не прорекламируешь. Да, но что делают ребята? Вот есть там, не знаю, есть там разные онлайн-казино, особенно русские раньше были популярны, которые там есть лицензия, нет лицензии, много вопросов. Они приходят к условной команде в 10 человек и говорят: вот мы вам даем там, не знаю, 100 долларов за какое-то целевое действие. И получается, арбитражники начинают запускать это во всем в Фейсбуке, в Гугле. Замаскируют, знаю, что это, ну, это нарушение. Да. Ну, блин, маскируют картинки, я. Все делают. Ну, там конкретно с казино чуть сложнее ситуация, потому что есть нормальными лицензиями, считаются местные лицензии, то бишь, к примеру, если ты там, я не знаю, откуда-то из Испании, то ты должен получить местную испанскую лицензию. Но ее получить очень сложно, там куча правил и все остальное. А есть такие маланские лицензии, там Кюрасао, Мальта и так далее, которые типа по праву лицензии дают тебе возможность работы по всему миру. Но она не является, ну, типа, как бы ее не котируют все в нормальном мире. И, соответственно, такая лицензия не подойдет ни Фейсбуку, ни Гуглу, никому другому. Разобрались. Кстати, если взять маркетинг, то у нас даже с приложениями работает система маркетинга за целевое действие. То есть, к примеру, есть наше приложение, к примеру, ты маркетолог, мы тебе говорим, мы тебе платим там 2 доллара за установку нашего приложения. Привлекай пользователей. А разница будет твоя. Не, ну кажется, что заплатить 2 доллара за установку — это, в принципе, нормальная задача обычного маркетинга отдела какого-нибудь Uber, например. Они хуже работают, маркетинг отдела. Да, а если говорить по поводу чего конкретно ты еще спросил, мы не занимаемся арбитражом, но потому что нам нравится заниматься продуктами. Есть определенные плюсы в том, чтобы создавать продукты, пусть и не такие там революционные, как Uber, Google и так далее. Во-первых, они капитализируются. Мы свои приложения можем там продавать. Есть куча американских фондов, которые у нас их покупают за там, к примеру, 2-3 года выручки. А зачем приложение? Ну, как это... купить квартиру? Да, там разные есть. В основном, кстати, это интересная история будет для айтишников. Много богатых американских айтишников покупает как аналог банковского депозита. Потому что ты купил, к примеру, мобильное приложение с подписками внутри, которое окупится, ты знаешь, что оно окупится тебе за 2 года.
И, соответственно, дальше ты будешь получать прибыль. Но поскольку ты из сферы технологий, из IT, для тебя это плюс-минус понятный бизнес, он выгоднее, чем банковский депозит. И плюс у них есть еще такая штука, что в конце отчетного года все, что ты потратил со своей фирмы, к примеру, оно не облагается налогами. Слушай, блин, у меня тут сразу миллион вопросов. Ну, хорошо, допустим, вы не занимаетесь вот этими всеми арбитражами. Ну, потому что у вас продукт, вам важен продукт, чтобы он работал. Ну, блин, тут понимаешь, тут надо разделять терминологию очень сильно. Нам, ну, понятно, что вы будете закупать целевые действия, потому что вам надо, чтобы приложение установили. Это для нашей, как и все компании. Заниматься арбитражом, сам по себе арбитраж — это классический агентский бизнес. Да. Он ничем сильно не отличается. То есть вы можете быть заказчиками арбитража. Мы можем быть заказчиками. Но вы не занимаетесь напрямую этим. Это не ваша самоцель — занятие арбитражом. Не самоцель. У нас нам дает хороший бонус к нашей компании. Ну, как бы это, в принципе, так есть экспертиза, потому что мы разбираемся в маркетинге. Благодаря этому мы можем монетизировать наши продукты. Но идем ли мы на аутсорс, берем у кого-то заказ на какой-то продукт на рекламу, чтобы на разнице заработать? Нет. Сколько у вас приложений в портфолио вот на данный момент? Больше 60. Больше 60 приложений. Да. На условных там 70 человек. И тут сразу возникает вопрос, типа, то есть вы делаете приложение, и дальше вы на него забиваете, потому что как можно 70 человек, как могут содержать 60 приложений? У айтишника в голове, как ты, разработал приложение, а дальше у тебя идет лайфтайм поддержка этого приложения. Это саппорт пользователей, разработка новых фич, там, внедрение этих фич, не знаю, проведение каких-нибудь ивентов, если это игра, и все такое. И получается, у тебя на одном приложении сидит целая команда на саппорте еще все время жизни. Но как у вас с этим происходит? Мы можем разобрать это. Смотри, если ты делаешь крупное приложение там, или крупную игру, то тебе надо всегда ее поддерживать, согласен. Там, добавлять уровни, придумывать ивенты, как ты говоришь, создавать новые механики. Если ты сделал приложение, в котором ничего нельзя добавить и ничего нельзя улучшить. Ну, к примеру, VPN. Ну, здрасте. VPN постоянно блокируют. VPN постоянно там новые протоколы, все это надо поддерживать. Эти протоколы... Пользователи постоянно не допирают, как им пользоваться. Надо саппорт какой-то выстроить. Смотри, саппорт, он ведет 70 приложений, условно, на 2-3 менеджеров. Окей. Все, типа. Там менеджить не особо сложно. Там приходит 5 сообщений в день, условно, там, с каждого 5-го приложения. По поводу серверов, там, к примеру, то, что они блокируют, все сервера выделены на главный сервер удаленно. Там есть мониторинг, который фиксирует. Сервера падают или встают, падают или встают. Есть скрипт, который переподнимает сервера. Вот тебе автоматизация. А по поводу новых фич, мы, когда делаем новые продукты, мы в новые продукты добавляем новые фичи. К примеру, у нас есть 5 VPN, например. Когда мы делаем 6-й, мы в 6-й добавляем уже функции, которых нет в 5-м. А почему не развивать один VPN? Почему нужно в таком случае 6 на каждую новую фичу? Во-первых, ты уменьшаешь риски, потому что тебя магазины могут забанить, независимо от того, чем ты занимаешься. Это есть такая практика. То есть, первое, ты уменьшил риск. Второй, у тебя большее покрытие идет. Когда ты закупаешь трафик или растешь органически, ты меньше получишь пользователей на один продукт, чем на 5 продуктов. В любом случае. Смотри, тут надо понимать базу, как работают подписки, чтобы вообще понимать, в чем риск. Вы это затираете сейчас. Чего? Почему? Я вам объясню. VPN — это такая штука, если уж взяли VPN, в которую человек должен верить, потому что он отдает свои личные данные вам. Нет. Как нет? Нет, трафик туда-сюда гоняется. Нет, у нас нет логов. Это вы говорите. Я как пользователь, когда натыкаюсь на приложение, которое у меня не на слуху, которое мне там Friedman Lex какой-нибудь не рекламировал, у меня априори это приложение забирает мои данные. И мне... Я к чему? Я к тому, что, чтобы сделать тот же VPN, как мне казалось, нужно работать очень сильно над брендом. Смотри, да, чтобы тебя знали, чтобы все тебе доверяли. Это разные вещи. Тут надо... Чтобы говорить на одном общем языке, надо очень много вещей выяснить. Смотри, во-первых, то, про что ты говоришь, это осознанное скачивание VPN по целевому запросу, к примеру, VPN. Наши воронки в основном маркетинговые. То бишь мы не стоим нигде в случае с VPN, конкретно с VPN, мы нигде не стоим по ключам VPN. То есть в органической выдаче нас нету. Мы делаем просто рекламу, к примеру, там Facebook, Google или этот, с рекламным роликом «Скачай VPN». Кто скачал, тот скачал. Кто сразу купил, тот купил. Дальше пользуется. Не надо дополнительного траста, не надо каких-то пруфов о том, что там его советуют, не советуют и так далее. Я с чего тут пытаюсь бомбить? Не бомбить, а у меня диссонанс в чем? Кажется, будто бы приложение уровня работы с твоими данными, типа VPN или аутентификаторы, которые у вас тоже есть. Я видел, что у вас аутентификатор пропал из App Store. И вот если бы мой аутентификатор, которым я пользуюсь, в какой-то момент пропал из App Store,
я бы пошел в... потому что аутентификатор — это жизненно важное приложение, в нем все мои ключи, например. Либо если бы мой VPN оказалось там, что вот он сломался или новую фичу не ввел, мне сказали новый качать. Ну, для меня это приложение типа первой гигиены, первой линии пользования. Поэтому мне казалось, что такие приложения требуют типа сильного внимания от разработчиков, в том числе в сторону клиентов. Mm-hmm. Вот. А вы, получается, говорите, что для вас это больше так. Типа запустили, дальше люди пользуются, мы не трогаем. Все работает, все круто. Смотри, живой пример по двум нишам, которые mm-hmm. я только что перечислил. Наш аутентификатор пропал со стора. Да, у нас их несколько. Один mm-hmm. из них выпилили. А как работает аутентификатор? В нашем случае конкретно. Он у тебя создает пару для ключа. Но у тебя есть синхронизация с iCloud, например. Соответственно, ты можешь через свой бэкап, через Apple защищенный, поставить свой... все, хранить свои все коды доступа в iCloud. Соответственно, ничего ты не потеряешь. Если его... В этом случае не было проблем. В этом случае. Даже если его выпили из стора, его не выпили из твоего телефона. Ты в любом случае всегда можешь скачать приложение, которое ты качал до этого на своем аккаунте Apple ID. Даже если его нет в сторе. Соответственно, mm-hmm. нынешний пользователь не страдает. Не приходят новые пользователи, да. То есть, опять же, по аутентификатору. У нас там не было серверной части никакой. То есть мы ничего не видим. Ни коды, ни доступа, это вообще ничего. Это все через Apple работает. Дальше идем в случае VPN, к примеру, по данным. У нас там стояли протоколы. WireGuard стоит, к примеру, на VPN, на другом там ShadowSock стоял, который в Китае хорошо работал. Мы не можем его даже физически расшифровать. Библиотека не позволяет расшифровать этот трафик. Максимум, что мы могли делать, это, если бы мы были недобросовестные, собирать логи. Но у тебя такой объем логов, что у тебя любой сервер падает просто. Вот один раз мы забыли отключить логи, при том, что они шифрованные были, это было там лет 6 назад. Мы забили сервер и сложили его за 7 минут. То есть, получается, это я, получается, надумываю, что это очень сверхсложное приложение, которое требует очень большого внимания. Нет, оно требует внимания. То есть, смотри, у нас было приложение. Я немножко еще докину. Почему у меня такое вот мнение, в частности, про VPN? Ты смотришь на рынок, там, типа, блин, этот какой-нибудь NordVPN, этот долбанный Surfshark, который всех уже задолбал. И ты смотришь на эти компании, которые там просто миллионные рекламы закупают, и ты думаешь, ну нихера себе, там вокруг одного NordVPN крутится, наверное, бизнес не меньше Фейсбука. Там, у тебя там, из-за там этого... Там большие ребята. Это правда. А в чем это прикол? Почему им нужен здоровый бизнес, а вот вам хватает? У нас разная модель вообще с ним. Ну, они, многие из них принадлежат одной компании, во-первых, эти некоторые VPN. Ну, я это слышал. Это первый момент. Второй момент, как Дима говорит, у нас совершенно разная модель с теми компаниями. У тех модель компании какая? Они растут бренд, бренд-продукт. Дальше выкатывают на все платформы, покрывают всех пользователей и повышают расходы на рекламу, повышают расходы на рекламу, повышают расходы на рекламу. У нас модель другая, сейчас Дима расскажет. Но до того, как он начнет говорить, я просто хочу напомнить, смотри, когда NordVPN работает, вот это его история продуктовая. Мы до начала, на заре Light Apps, на самом начале, мы создавали один продукт, VPN. И этот один продукт мы пилили и допиливали, обновляли кучу итераций, добавляли новые функции 1.5 года. У нас было активные пользователи с Китая, в котором в нашем магазине не был даже представлен наш продукт. То есть мы нагоняли пользователей, они им пользовались каждый день, реально. И мы следили за каждым показателем. Сервер, трафик, нагрузка, канал, пинговка, все mm-hmm. поставлялось. Мы за 1.5 года отточили технологию. А дальше добавляли уже новые фичи. Так было проще. Да. Смотри, тут очень важно понимать, в чем проблематика, может, кому-то это хорошо, кому-то это плохо, как вообще устроены приложения в Apple с подписками внутри. Ты, соответственно, платеж у тебя проходит с помощью платежки Apple. То есть, соответственно, ты там жмешь два раза на кнопочку и оформляешь платеж. Дальше Apple берет с тебя 30% комиссии, что достаточно много. И за исключением этих 30% отправляет деньги разработчику. Но у него есть холды, и все эти деньги Apple конкретно хранит у себя. То есть ты полностью максимально зависишь от Apple. Угу. Кто является модератором и кто решает судьбу всей твоей компании в случае, если у тебя одно приложение? Индус с зарплатой $700. В каком-то это было в сериале про Uber, кстати. Так и есть. Нет, это истории про Uber. Это абсолютная правда. Ты там продаешь квартиру мамы, закладываешь все деньги, у тебя там что-то получается, у тебя, к примеру, идут миллионы долларов оборота в твоем мобильном приложении, а потом индус решает, что у тебя цвет кнопки не такой, и выносит его со стора, к примеру.
Ну, в вариантах... Ну, ничего плохого в том, что это индус, это может быть точно так же. Да, и это любой, британец, да. Белорус, украинец. Так, просто чел, который особо-то и не вникает в то, что у вас за бизнес, и отвлеченный полностью. Вообще не вникает, с небольшой зарплатой и со своим абсолютно личным оценочным суждением твоего приложения. То есть там есть миллион кейсов компаний, которые там собирали, брали раунды денег, собирали 500 человек-разработчиков, а потом в один день просто расходились по домам, потому что им выпиливал вот какой-то такой чувак условно приложение по своей какой-то инициативе. Mm-hmm. Это там отдельная тема. Баны, апелляции и все. Ну, так вкратце ты не можешь даже просто делать такие же экраны, как Apple использует. Да. И апеллировать к этому, тебя просто будет там банить условно и выносить. Ну, то есть там полная монополия, условно, Лукашенко отдыхает, видит тоталитаризм. А бан типа на приложение или бан на аккаунт? На аккаунт чаще всего. На аккаунт с полной невыплатой рекуррентки. Ты, к примеру, купил рекламу на миллион долларов с ожиданиями, что она окупится через год. Если тебя банят в первый месяц, то ты просто ноль получаешь. Ни одной выплаты. Причем это работает их система к тому, что они могут к тебе докопаться, задним числом в том числе. То есть у нас были такие кейсы, у нас есть приложение, оно все одобрено модераторами, все пропущено, ему больше года. Приходит модератор в один день, снимает приложение со стора и говорит: меня не устраивает ваша цена в приложении. Мы говорим: как так? Цена была вами же заэпрувлена. Он говорит: нет, типа, переделывайте цену. В чем прикол? А никакого прикола. Политика цен в категории изменилась. Теперь нельзя ставить такие цены, а все ставят ниже. И пока никто про это не знает, это нигде не описано. И пока приложение снято с продажи, ты не получаешь доход. И твои пользователи отваливаются. Соответственно, мы пока месяц с ними решили. А пользователи в это время не могут продлевать подписку? Нет, не могут. Она автоматом отменяется. Нет, приложение работает. Отменяется подписка автоматически. И дальше, когда мы месяц с ними решали, вернули приложение в стор, у нас получилась экономика наша, у нас отвалилось больше 50% пользователей, и цену мы опустили почти в два раза. То есть у нас экономика всего приложения в 4 раза ухудшилась, это так, по очень грубым подсчетам. Да, но... Пацаны, нахер нам надо такое? Но проблема даже не в ухудшении экономики, а в той модели, которую ты закладываешь. То есть рынок мобильных приложений — это не тот рынок, где ты окупаешь свои средства месяц к месяцу. То есть средняя там окупаемость по рынку — это год маркетинг-костов. Mm-hmm. Ну, к примеру, там у нас бюджеты меньше, чем там у больших компаний, которые могут себе позволить год-полтора, но у нас все равно там 6-8 месяцев. То есть ты вложил доллар, только через 6-8 месяцев заберешь свой доллар обратно, не то чтобы это. Соответственно, чтобы у тебя не случилось в моменте этого, у тебя, если у тебя, к примеру, так сняли, порефандили, то есть у тебя, к примеру, была база на 100 тысяч долларов, и 80% ее успели вернуть юзерам, у тебя осталось 20%, ты будешь окупаться вместо 6 месяцев 6 лет. Угу. Ну, потому что ты только с 20% подписок осталось. Ну, и вот такие все штуки, соответственно, именно это и есть ответом на твой вопрос, почему наша политика как небольшой компании — это большое количество маленьких мобильных приложений. Это, да, диверсификация рисков элементарная. А вы только с Apple работаете, кстати? А сейчас, да. В основном. А почему Android так мало представлено? Там же предложений тупо больше. Бедные юзеры в основном. Да. Низкая платежеспособность. А приложения откуда берутся туда? А, смотри, есть в Android, мы работали с Android, но там немножко другая структура монетизации у основных приложений. Там рекламная монетизация на AdMob, либо на других рекламных сетях. То есть суть — бесплатное приложение, натыкана реклама за там какие-то функции, просмотры и так далее. А, и вот на этой рекламе, но на объеме большом пользователей из бедных стран, условно, но их очень много, разработчик зарабатывает на разнице. Есть приложения с подписками на Android, есть, которые зарабатывают на покупках внутриигровых, но аудитория таких пользователей сильно меньше, чем на iOS. Да, соответственно, если ты охотишься за платежеспособной аудиторией, там, Tier 1, USA, UK, AU, KNZ, ну вот все это в основном Apple. Скажите, сколько из этих 60 приложений ваших — это вибраторы? Ноль. Я просто слышал эту мульку, что типа... Была категория, ее почти выпили. Ее типа выпили, люди начали делать вибраторы под видом всего чего такого угодно. Таких много категорий есть. Это не прикол, да? Так было. Так и было, да. Это хорошая категория была. Очень денежно-генерящая, я бы сказал. Ну, в нашем случае мы никогда не занимались, но для большого количества разработчиков это этот. Кстати, вот чтобы понять... По подписке, вибраторы по подписке. Да, чтобы понять полностью проблематику Apple, Виталик, он может рассказать кейс с этими часами. Он очень показательный. А, это смешно, да. То есть был парень, Коста, как-то его... Он был такой разработчик старой школы на Apple. У него было одно топ-флагман приложение. Клавиатура для Apple Watch.
То есть это у него там было 4 или 5 лет этому приложению, и как бы ты мог на Apple Watch на любой поставить клаву, и когда печатал сообщение, вот так вот набирать. Mm-hmm. На всех Apple Watch этого не было, в принципе. Плюс он был достаточно медийный, и что он делал, это он бегал по... Он изучал стор и находил какие-то нарушения, как он считал. Сначала это была работа его построена на том, что он находил конкурентов своего приложения. Типа люди копировали его приложение, он приходил в Apple, говорит, смотрите, они скопировали мое приложение, забаньте их, пожалуйста. И их банило. А так можно за копирование? Типа? Можно, можно. Если ты подаешь клейм. Копировал, он просто вот как раз по той модели, что ты говоришь, он был таким парнем, который ставил невысокие цены с не слишком конвертабельными маркетинг-воронками, а были куча ребят, которые копировали его технологию, там, въебывали цену в 3 раза выше и ставили больше, более конвертящий там онбординг, paywall, короче, все маркетинг-штуки, и, соответственно, там, условно, он зарабатывал 30 тысяч долларов в месяц, а кто-то на его клоне 150. И он по этому поводу очень расстраивался. Он говорил, что почему, как они зарабатывают 150 тысяч, я всего лишь 30 зарабатываю. Нет, подождите, я тут все равно не понимаю. Типа, какой нахер клон? Что это в App Store, что один калькулятор? Нет же, много калькуляторов. Никто же не срется, что калькулятор спланировали. Ты можешь подавать. У него была клавиатура для часов, она была, по факту, единственная, первая, которую он зарелизил. То есть можно было... Он первый придумал технологию, да. Но потом он, благодаря этому, получил медийность, типа его понесло еще дальше. Он начал ходить по всем разным нишам вообще, где его даже нету. И просто выискивать какие-то мелкие нарушения в приложениях. Скринил. А нафига? А просто, потому что ребята много зарабатывали. Вот он, к примеру... Нет, для себя, чтобы его там блог рос, да, или что-то такое. А, все. Он, например, полностью убил нишу одно время слайм-анимации зарядок. У нас не было такой прилы, но что это было... Что за слайм-анимация? Это когда делали приложение, знаешь, анимация зарядок, втыкаешь, у тебя здесь типа анимация. Да, было еще слаймер, как мягкие такие штуки, что ты нажимаешь, как на желейку, и они типа разъезжаются. Прикольно. Это была очень большая ниша, и там было приложение, делало 200 тысяч в месяц, он нашел там нарушение, его забанили. Проходит время определенное, Apple презентует Apple Watch Ultra. Там за $1000, как вау-сегмент часов, киллер-фича в новой прошивке на Apple Watch Ultra, клавиатура встроенная, эксклюзивно для Apple Watch Ultra. Не его. Не его. Проходит... Нет, так это их внутренняя. Внутренняя, системная функция, только для Apple Watch Ultra. Угу. Проходит 3 дня, его прилы выбанивают со стора. Без причина... объяснения. Да. Причина — копирование системного функционала Apple. Ну, чувак сам напоролся на то... Не, ну это у них стандарт. Они разработчиками тестят фишки, да, а потом внедряют. Да. Сейчас OpenAI так делает. Он пошел бегать по всем журналам, блогам, говорить, беспредел, что вы делаете, как так можно. В итоге его непонятно, вернули, не вернули, там как-то история... Его точно не вернули. Вроде как ходит слушок, что там Apple как-то за кулисами с ним договорилась. Ну, опять же... Короче, если ты что-то очень крутое в Apple можешь сделать, и это может быть там условно частью операционки, то, скорее всего, это появится. Так я могу тебе кучу ниш таких перечислить VPN, сразу. VPN, к примеру, есть же. Да, внутри. iCloud Private Relay. Это VPN внутри Apple. Но, тем не менее, VPN не выпиливают из Apple Store. Очень тяжело публиковать. Да? И пока не выпиливают. Пока. Ты никогда не знаешь, если станет у тебя как заметки приложение VPN, их, скорее всего, все выпили. Просто клава для часов конкретно, это была киллер-фича для продвижения флагмана. То есть, если мы возьмем там iCloud Private Relay, он есть на всех айфонах, это поддержка операционной системы. А это им надо было продавать часы, и это была одна из киллер-фич. Соответственно, он мешал. Ну, потому что если ты такую прилу можешь скачать на обычных часах, зачем тебе за $1000, а не за 400? Да, окей, окей. Хорошо, тогда конъюнктура рынка более-менее понятна, чем вы занимаетесь? Убедили. Прикольная ниша. Ну, то есть, имеет место жить. И на самом деле таких, ну, блин, она, наверное, очень огромная. Ну, типа, мы слышим про единорогов, а тут вот таких ребят, я же тебе говорю, в принципе, в мире, кроме модных, маркетинг-раскрученных вот таких вот единорогов, 95% денег в любой сфере генерируется вот как раз такими, кто с лопатами обычным бизнесом занимается. Объясните теперь мне, пожалуйста, как это мачится с нашей сегодняшней темой. Вот мы через час подошли наконец-то. Почему мы сегодня разговариваем с вами про дополнительный доход в обход найма? Если пока что звучит, что вы продуктовик, айтишный, который занимается наймом iOS-разработчиков для того, чтобы они вам разрабатывали приложение. Почему мы сегодня говорим про работу не в найме, а на себя? Ну, у нас есть несколько ниш в рамках нашей компании, к примеру. То есть на вас, с вами можно как-то по-разному работать обычным разработчиком? С нами можно партнериться. Но у нас есть несколько вариантов. Okay. Давай там накидаем варианты. Ну, давайте до вариантов я, в принципе, объясню, почему такая тема и почему мы считаем, что она будет актуальна, соответственно.
А просто потому, что мы видим и в своем окружении, и в окружении своих сотрудников очень много молодых ребят, которые работают где-то, к примеру, в компаниях, которые разрабатывают мобильные приложения, или какими-то другими разработчиками, и видят единственным путем для себя это просто вот там найм или работа на том месте, где они работают сейчас. Но на самом деле... К примеру, наверняка такое же есть в любых других рынках в IT, но вот в рынке мобильных приложений очень большое пространство для того, чтобы сделать какие-то вот такие небольшие инди-продукты и зарабатывать на них зарплату, вполне коррелирующую и вполне похожие деньги на зарплату в найме. Соответственно, именно поэтому мы видим вот такое вот пространство для того, чтобы и что-то предложить людям, и рассказать им кейсы, как это можно сделать самим, даже без нас. А это вам вообще нахера? Рассказывать для развития самой ниши. Потому что, во-первых, у нас есть YouTube-канал, где мы рассказываем про мобильное приложение. Нам мы сами... шкурно заинтересованы, чтобы больше людей тусовалось в нише мобильных приложений и сам по себе рынок развивался. Потому что в будущем косвенно мы этих людей нанимаем, мы с ними партнеримся. У нас есть Application Club. Это клуб в Телеграме, где у нас там уже более, по-моему, 900 разработчиков мобильных приложений, владельцев студий приложений и так далее. Дизайнеров, маркетологов. Да. Людей, связанных и работающих вокруг этой сферы. Это какой-то продукт ваш тоже, да? Нет, это сообщество в Телеграме. Если хочешь, дай ссылку. Да, абсолютно бесплатно. Там два варианта клуба. Первый, вот этот большой, на 900 человек. Там вообще без верификации, без ничего, просто заходишь, чат, общаешься с кем хочешь. И второй там есть, он на 170-180 человек. Это люди, которые просто заполнили форму верификации в нужном, красивом виде. То есть вы таким образом расширяете нишу? Мне казалось, что эта ниша супер перегрета уже, там дофига и так конкурентов. Смотри, она как у нас вообще возникла идея создания YouTube-канала, например? То есть мы операционно им вообще не занимаемся, мы занимаемся нашей компанией. Мы решили создать YouTube-канал, потому что ничего нигде не подсвечено. То есть никто не рассказывает о мобильных приложениях, никто не рассказывает, какие там есть ниши, какие есть подниши, какие есть способы монетизации. Виталик, чуть-чуть даже не так, то есть типа... так, как Виталик говорит, но не раскрыто конкретно money-making в мобильных приложениях. То есть, соответственно, все имеют представление об этой нише вот так, как ты. Что там типа есть Маскарад, есть Uber, Уклон и все. И вот что это условно такая вот сложная штука. Потому что money-makingом занимается SEO-компания, а ты разработчик, приходишь просто в найм, разрабатываешь. Да, но на самом деле есть миллиард там способов сделать инди-приложение, которое просто приносит 2000 долларов в месяц на пассиве. А как? Есть куча видео, как написать приложение. Ну, да, типа, как написать приложение, даже я понимаю. Но нету ни одного видео. Как можно зарабатывать денег с приложений? Вот давайте с этого начнем. Ну, есть несколько способов. Ну, я бы сказал... Есть... Ну, зарплату можно получать за написание. Как вариант. Да, смотри, есть несколько способов. Если мы говорим про предпринимательский способ создания своего инди-продукта, то их, соответственно, вот примерно два способа. Это первое. Выдумка, стартап. То есть, соответственно, когда ты решаешь сделать мобильное приложение для сферы, в которой ты разбираешься. К примеру, ты альпинист. Или там еще кто-то, видеомонтажер. Ну, к примеру, альпинист. И ты хочешь, ты классно в этом разбираешься, это твое хобби, ты разработчик, ты, к примеру, Swift-разработчик, но параллельно 10 уже лет лазишь по горам и знаешь всех альпинистов. Ты думаешь, блин, классно было бы сделать приложение для альпинистов, которое их объединяет, дает какую-то пользу, и за это я, к примеру, буду брать подписку. Вот это первый путь. Условно экспертный путь, там, где ты делаешь какую-то, там, рождаешь идею, делаешь. Соответственно, путь продвижения такого приложения дальше какой? Ты должен искать сообщество экспертов, кидать этим экспертам там ссылку на это приложение, где-то в Гугле давать рекламу там по целевым запросам приложения для альпинистов и так далее. Ну, соответственно, то есть вот такой вот путь чисто мысли и творческой энергии. То есть сообщество ты делаешь в мобильном приложении? Все, что хочешь. Ну, по подписке. Не совсем сообщество. Это может быть, смотри, к примеру, карта, вот если ты альпинист, да, у тебя какая-то карта всех троп там к вершинам, например.
в этом твоем приложении собрано, рекомендации по оборудованию, чек-лист по подготовке, к примеру. Если ты находишь какого-то даже медийного человека, там, условно, блогера какого-то, который тоже известный альпинист, и ты ему просто пишешь, говоришь, смотри, я сделал классный продукт для альпинистов, вот можешь посмотреть, может, тебе понравится. Возможно, кто-то его скажет, вот, ребят, я сам им пользуюсь, реально хороший продукт, без рекламы, без денег. Таким образом, ты получишь базу юзеров, и у тебя все органично будет. То есть ты разработал приложение, в котором ты сам заинтересован, ты им сам занимаешься, все тебе интересно, люди заходят и благодарны за твой продукт. Угу. Это первый вариант, как Дима говорит. А второй вариант, к примеру, если ты партнеришься с кем-то, допустим, там, с нами, либо не с нами, есть определенные органические ниши приложений, например. Это что такое? Ну, есть приложения, которые пользователи ищут в сторах. А, окей. Угу. Давай возьмем аутификатор. Вот ниша, например. Есть приложение Аутификатор. И мы, получается, в чем состоит задача разработчика? Он, к примеру, умеет писать код, умеет делать приложение, работает на своей работе где-то. И хочет побочно еще зарабатывать в дополнительное свое свободное время. Он умеет писать код, но он не знает, как монетизировать мобильное приложение, например, вообще. Он не знает ниши какие там, в которых есть деньги, в которых нет денег. Он может прийти к нам и сказать, ребят, я, к примеру, разбираюсь, как писать вот эту вот нишу. И могу сделать приложение. Мы говорим, хорошо, давай партнериться. Ты, с тебя приложение, с нас маркетинг и монетизация этого приложения. Угу. А профит мы делим. Все. Вот для разработчика нет никаких рисков по факту даже. Он сделал продукт и просто может его доп. Монетизировать. Он публикуется под своим именем, под своим аккаунтом. Это абсолютно по факту нерелевантно. То есть есть разные модели. Там потом как-то деньги выводить надо ли это... Это не публикация приложения и получение денег, два юридически невзаимосвязанных процесса. А, окей. То есть там есть разные способы. К примеру, можно публиковаться на нашем аккаунте, но у него есть рычаг давления, там, к примеру, админка в платежном каком-то там провайдере, который mm-hmm. обслуживает подписки, либо наоборот. У нас в большинстве, мы даже этим вопрос как бы особо он не стоит нигде ребром, потому что там есть реквизиты, есть выплаты, то есть там нет никаких проблем с этим. Это первый вариант сотрудничества. То есть в такой вариант. Второй вариант, там, к примеру, он может продавать вообще определенные приложения. То есть он может делать приложения и выставлять их на продажу в определенных нишах, как готовое приложение. Что значит выставлять на продажу? Ты куда должен пойти, зарегать свое приложение, выставить его, или ну, как можно продать приложение? Смотри, например, ты работаешь где-то, и у тебя есть экспертиза в какой-то нише. Там, я не знаю. Там работаешь ты в BP Mobile, да. Или mm-hmm. там где-нибудь еще. Да, вот у тебя есть экспертиза, я не знаю, как делать клинер, например, да, возьмем mm-hmm. на iPhone. А в чем основная загвоздка? Есть много команд и ребят, которые публикуют мобильные приложения в iOS. Но Apple понимает, что, к примеру, эти ребята уже сделали там два таких приложения, и третье оно не сильно хочет пускать уже. Но если это делает независимый разработчик, Apple к этому относится нормально и позволяет ему публиковать его в Store. Когда этот разработчик публикует приложение в Store, он не знает, что с ним делать. Ну, ему предоставили там дизайн, вот он сделал приложение, он не знает, что с ним делать, или он сам его собрал. Mm-hmm. Он может пойти к студиям разным и компаниям и сказать, ребят, вот у меня есть приложение из этой ниши в магазине. Вот, пожалуйста, готов вам его продать. Mm-hmm. Или я знаю технологию, как просто сделать. Да. Там есть какие-то штуки, которые типа... А как такой чел может оценить стоимость этого приложения? Есть публичная биржа, к примеру, по продаже приложений. Да, есть там флип-флипа какая-то да. биржа. Либо... То есть ты можешь зайти, посмотреть, сколько примерно да. похожее что-то стоит. Да, да, либо он может, к примеру, обратиться к нам, да. мы ему скажем, сколько примерно, насколько сложно такое приложение сделать там. Наши разработчики, сколько у них по времени занимает, сколько оно да, быстро. Хорошо, то есть ты можешь подписку, можешь запартнериться с кем-нибудь. А что за прикол с арендой приложения? Это под WebView приложение идет. Да, смотри, тут я думаю, правильнее тогда рассказать полностью, чем занимается у нас по факту три направления работы компании. Угу. И исходя из этого, можно уже к этому прийти. А, смотри, первое основное направление — это мобильное приложение по типу VPN, блокер, клинер, то бишь такие большие базовые утилиты, которые созданы для закупки рекламы на них. То бишь мы делаем такое приложение, делаем внутри подписки и закупаем рекламу, к примеру, из Фейсбука. Это примерно 60-70% общей выручки компании. Есть два других направления, которые нам генерируют примерно по 20% выручки. Это первое. Маленькие, небольшие утилиты. Маленькие — это с выручкой там, до 5000 долларов в месяц в среднем. Которые основа маркетинга,
которых основана не на платной рекламе, а на том, что мы поднимаем их по целевым запросам в органической выдаче. То бишь, люди заходят в App Store, вбивают там, видят, к примеру, аутентификатор, да. И мы стоим на первом месте. Там есть определенная технология, там называется ASO, это App Search Optimization, и плюс у нас есть там свои боты, которые помогают этим приложениям подняться в списке. Вот. И третья ниша, вот так, про которую ты конкретно спросил, это WebView приложение, это приложение, внутри которых открывается сайт. То есть, соответственно, наша задача провести приложение, внутри которого мы можем открыть сайт, а там ты уже можешь открыть там какой-нибудь, к примеру, дейтинг-сайт, либо там вот то, что ты спрашивал, арбитражное казино или еще что-то такое. Это уже что-то серенькое получается. Мы к этому не имеем никакого отношения. Мы предоставляем продукт. Что будут открывать люди в рамках продукта, это их абсолютное дело. А почему Apple вообще разрешает WebView? Apple не разрешает WebView. А как вы тогда их выводите? Проходим модерацию. Так если Apple не разрешает... Как... Apple много чего не разрешает. Ну, то есть серенькая получается. Ну, серая для кого, смотри? Для Apple? Ну, если нельзя в Apple в App Store с WebView приложение выводить, как они там появляются? В Apple проблема не в WebView, то, что их нельзя выводить. В Apple проблема то, что Apple... По правилам Apple ты не можешь принимать, к примеру, никакие оплаты в обход Apple. Да. Вот они же там, типа, их прогнули в Евросоюзе, они согласились. Но там такие условия, что никто их не будет это делать, потому что там 27% ты должен заплатить комиссию Apple, а не 30%, если у тебя внешний payment provider. Еще внешний payment provider должен заплатить. Невыгодно. Ну, то есть это монополия Apple. Она запрещает. Но, как бы, эти приложения и не живут долго. Поэтому их и сдают в аренду. То есть, к примеру, ты опубликовал приложение, и тебе надо трафик на твой сайт, на котором ты принимаешь платежи, условно. И тебе как это сделать по-другому? Никак, ты должен находить это приложение. Ты его арендуешь, там, условно, там, на день, два, три, то есть какие там, на каких условиях договоришься, либо за установки. И пускаешь трафик на это приложение. Оно там через неделю, месяц выбанивается. Но это все вот под, в основном какие-то арбитражные ниши. Да. Там способ заработка это такой, что благодаря тому, то есть, к примеру, мы продаем либо сдаем в аренду такие приложения, эти арбитражники, там, медиабайеры и так далее, берут у нас их в аренду, либо выкупают, дальше ставят сайт рекламодателя внутрь этого приложения, льют на них трафик, и от рекламодателя получают выплату по cost production. А что значит вообще выкупить приложение? Там есть какая-то физическая возможность перенести приложение из одного кабинета да. в другой, да. передать все права прям. Да. Вот прям, да, прям так и работает. В общем, с основными способами заработка внутри приложения более-менее понятно. Теперь осталось замачиваться это на обычных разработчиков и как им все-таки лучше зарабатывать. Ну, вот мы за кулисами уже говорили, что есть чуваки, которые хотят просто разрабатывать по фану проекты и потом дальше их двигать. Там стартаперы, либо инди-разработчики, как угодно называть. А есть люди, которые хотят просто зарабатывать денежку на том, что они пишут приложения, продавать их, может, в найм идти, просто писать приложение, потому что им писать приложение по кайфу, а не разрабатывать свой проект. Вот это вот два основных направления, получается? Да. Получается, для обычного разработчика это основное направление. Первое направление — это делать самому какие-то приложения. Если делать само приложение, у него по факту два пути. Первое — делать какое-то стартап-приложение, пытаться придумывать технологию и так далее. Второе — заходить там в сообщество по типу нашего Application Club, либо там какие-то форумы и так далее, смотреть, какие конкретно приложения люди делают в данный момент, под какие маркетинг-воронки, под какие трафик-сорсы, каким образом они льют на них трафик, и просто повторять это. Это вот с точки зрения так, чтобы самим-самим. А вот так, типа, я сразу буду задавать вопросы, типа ты такой, о, я стройкой занимаюсь, у меня уровень хочу, сделал уровень, пошел, залил. Нафиг тебе там изучать, что кому надо, вот ты уровень ничего, сделал. Ничего не заработаешь. То есть надо изучать сферы, которые сейчас популярны, да? Они разные, не популярны. Не только популярны, которые... а есть просто связка. То есть, к примеру, с Фейсбука, с помощью таких-то креативов можно запустить конкретно такие приложения, поставить в приложении нужно такие-то цены, такие-то paywall, такой-то онбординг должен быть, и вот тогда... То есть просто проработанная схема уже есть. Плюс-минус, да. И тогда у тебя плюс-минус сойдется математика. Вот если мы берем, ты сам хочешь без никого делать, то у тебя по факту два выхода. Либо делать стартап технологии, придумывать с нуля, либо брать готовую маркетинг-воронку и работать по ней.
Есть второй выход. Это с кем-нибудь коллаборироваться. К примеру, с нами. На нашем примере, как можно там с нами условно работать и зарабатывать деньги. Первое. Мы постоянно ищем разработчиков. То есть в среднем там, мы в месяц нанимаем человек 5 разработчиков, которые пишут нам под iOS. Это там разнообразные языки, там Flutter, Unity, Swift и так далее. Постоянно все меняется, но найм у нас постоянно. То бишь первый вариант это просто, к примеру... Dart, Swift, C-Sharp. Хорошо. Немножко. Ну, окей. То есть первый вариант это к нам, либо к ребятам типа нас устроиться просто на работу. Второй вариант это к нам, либо ребятам типа нас продавать уже готовое приложение. То бишь, соответственно, там, зависимо от категории, зависимо от приложения, мы можем выкупать там, готовое приложение там, за 1000, 2, 3 доллара. К примеру, ну, там надо глубоко смотреть, какое конкретно приложение, но мы там говорим, что мы, к примеру, там вот нам надо такое-то приложение в сторе. Разработчик, мы ему даем дизайн, разработчик сам занимается полностью всем кодом, сам занимается общением с модерацией. Когда приложение проходит модерацию, мы оплачиваем ему и забираем это приложение. Вот. Третий вариант сотрудничества — это если там человек работает в какой-то компании, которая занимается мобильными приложениями, и он знает какую-то технологию, как просто сделать какое-то мобильное приложение. Там, я не знаю, к примеру, какое-то там Universal Remote Control там, для телевизоров. То есть он уже придумал, там, сидя на этой работе, либо занимаясь фрилансом, технологию, с помощью которой ты можешь изображение с телефона передавать на разные телевизоры. То есть это определенного рода заеб, потому что с каждым телевизором там своя специфика, но он уже потратил время и это разработал. Либо сам, либо на какой-то другой работе. То бишь он может прийти к нам и либо как-то запартнериться, ну, это уже обсуждается индивидуально, либо просто делать для нас такие же приложения, мы там у него постоянно будем заказывать эти приложения, условно клоны. Вот. И четвертый вариант — это если человек хочет входить в партнерство, и он может полностью всю разработку, всю технологию, все взять на себя, то мы можем работать так, что он полностью занимается приложением, у нас есть такие партнеры и достаточно много, а на нас маркетинг, и, соответственно, прибыль с этого приложения мы шерим. Если есть партнерка, зачем мне продавать вам приложение, если можно в партнерку пойти, или вы не со всеми в партнерке вступаете? Смотри, это разные механики совершенно. К примеру, разработчик работает на какой-то работе. Он хочет в моменте получить деньги, назовем это так. Он сделал приложение, он его продал, и он в моменте получил там какую-то сумму денег. Так, кстати, если он сделал приложение, долларов. Пошел с вами в партнерку и тоже получил в моменте деньги. Смотри, во-первых, в партнерство мы берем далеко не всех. Это первый момент. Второй момент. В партнерстве у тебя рефшайр. То есть ты сделал... Можем взять аутификатор. Вот живой классный пример. Можем взять аутификатор. Разработчик приходит к нам, говорит, или команда, говорит, у нас есть мощности, и мы готовы делать приложение и хотим попасть в партнерство с вами. Но мы не умеем монетизировать приложение, но мы классно умеем делать приложение. Вот мы делали такие-то приложения. Там, хоп, допустим, есть аутификатор. Мы такие, ребят, вот аутификатор, классная ниша, мы умеем с ней работать, давайте нам 2 аутификатора, например. Они делают 2 аутификатора, себестоимость аутификатора на рынке мы знаем, сколько стоит. Ну, там, и ребята, которые это делают, я думаю, они знают. Там, не знаю, 1500 долларов, допустим, там, 1000-1500, там, такой гэп, разрыв. А дальше они заливают этот аутификатор, там мы им даем дизайн, или они сами его делают, подсказываем какими-то советами, где, как, что, как сделать. Дальше у нас есть приложение. Мы его начинаем им заниматься, его продвижением. В случае аутификатора это органическая выдача. Мы поднимаем аутификатор в сторе для того, чтобы он встал на первые позиции по запросу аутификатор. Приложение начинает получать пользователей каждый день установки ежедневно, там, допустим, 100, 200, 300 пользователей в день. Из них какая-то часть оформляет подписки и платит в приложении. Приложение собирает MRR, Monthly Recurring Revenue, грубо говоря, месячная база денег у тебя в приложении. К примеру, там собирается, не знаю, там 1500 долларов MRR там в месяц собрался. И мы этот MRR в каком-то процентном соотношении делим с этой командой либо с соло-разработчиком пожизненно. То есть, к примеру, если это соло-разработчик, он сделал приложение, которое ему там в разработке встало в его время, а на рынке стоит там, не знаю, 1500 долларов, это приложение мы продвинули, потратили на это наши ресурсы, оно собрало какую-то базу подписчиков,
и каждый день получает новых пользователей. Uh-huh, uh-huh. База, к примеру, тоже там 1500. И вот он за какой-то период времени, считай, возвращает свое оплаченное время, а дальше просто на пассиве получает доход с этого приложения. Хорошо. Объясните тогда разницу между продажей приложения и наймом. Допустим, вашу компанию. Что выбрать? Вроде как, продавая приложение, ты получаешь деньги и не обязываешься там работать 8 часов в день с вами. А с другой стороны, там, ну, работая 8 часов в день, ты имеешь зарплату стабильную. Там, это очень абсолютно разные подходы. Во-первых, разные подходы, разная философия, разные скиллы. Ну, то есть, то бишь, к примеру, ты, если идешь полноценно на работу, то ты ждешь, что тебе будут помогать. Ты ждешь, что тебя там где-то будут обучать, поддерживать и так далее. Тебе будут, если у тебя какой-то будет возникать спорный вопрос, то тебе будут помогать его решить. В случае с выкупом приложения, как бы, тут все на разработчике. Ну, то есть, кажется, будто бы в найм идти удобнее. Во-первых, ты где, возможно, ты где-то уже работаешь, и у тебя есть свободное время, и ты хочешь нам просто продать приложение. Ну, то бишь, сделать его как фриланс. Mm-hmm. Смотри, другой пример. Ты сделал приложение, ты разработчик, сделал приложение там 100 лет назад. Два-три приложения сам, своих. Опубликовал, и ничего с ними не происходит. У тебя это очень распространенная история. У тебя там 3 установки в день идет. И приложение у тебя 2 года висит. Что тебе с ним делать? Ты не знаешь, как его продвигать, как его там обновлять, как его рекламировать. Ну, ничего не знаешь. Вот. Или, к примеру, ты работаешь где-то на работе, но у тебя как бы работа там не бей лежачего, ты там занят из 40 часов в неделю, только 20. Да, тоже очень популярная история. Да, к вам на полную ставку, вы даже не узнаете, что там работает. Ну, понятно, но это же не лучший вариант. Я к чему это спрашиваю? Просто кажется... Ну, порядки продажи приложений, вот, которые были озвучены, это типа 2500 долларов за приложение. Это самое простое. Но да. Я не думаю, что среднестатистический мобильный разработчик условно там за неделю напишет приложение. Ну, у нас в среднем один пишет 2 в месяц, за 2 недели. То есть ты за 2 месяца получаешь там в среднем 3-4 тысячи долларов на продажу. Ну, такое, вот, посижу я в найме лучше. Так это, ну, смотри, ты получаешь 3-4 тысячи долларов на продажу, но ты можешь это делать в свое свободное время, это раз. Два, если у тебя уже есть технология, например, то тебе их легко мультиплицировать. Ну, вот как Дима говорил, допустим, у тебя надо выводить это приложение ниша Screen Mirror, тебе надо выводить там на телевизор. Если ты его под каждый телек наклепал и продаешь. Да, ты в это в одно собрал, и все, ты можешь их 5 раз продать, 10 раз продать. Ну, тебе код надо переписывать, конечно, но в принцип такой же. Там у тебя разные дизайны. Технологию будут. Не надо придумывать, да. И не надо сидеть, тупить, как это реализовать. Да. Плюс в найме есть плюсы, есть минусы. Смотри, в найме, к примеру, это не так, что разработчик сидит 8 часов и в носу ковыряется. У него есть KPI. У него есть предварительные сроки, над ним стоит head. Разработчик, head понимает, к примеру, сколько должно времени у этого разработчика уйти на это приложение. Если разработчик не вкладывается в сроки, то либо наоборот, он быстрее делает. У него есть мотивационная система. Ну, это отдельная история, как бы. Это совершенно разная философия. Есть, к примеру, ребята, которые предпочитают, чтобы на ними никто не стоял, они сами во всем разбираются, но они готовы работать день и ночь, и они могут выпустить 3 приложения в месяц, там, со сложной механикой. Они могут заработать до 9 тысяч долларов там, в месяц, к примеру. И это не сеньоры. То есть это все индивидуальные случаи. Подожди, будучи в найме, у тебя настолько гибкая система, что ты можешь там кратно увеличить свой заработок? Нет, будучи в найме... Или ты сейчас смотри, будучи в... Это я говорил про продажу. А, окей. Будучи в найме, на самом деле, если ты работаешь усердно, и у тебя все сроки идут на опережение, у тебя есть система, благодаря которой ты можешь увеличить свой заработок. Да, ну, например, вот... свободное время продавать им приложение. У нас внутри компании так KPI выстроен, что если... То есть есть план, он как бы там не суперсложный, но и не суперпростой, то есть просто вот нормально работая, не перетруждаясь. И дальше, чем больше ты его перевыполняешь, тем больше ты кратно получаешь в бонусах за квартал. А что случится, если вдруг ваше приложение или приложение, которое там ваш партнер создал, внезапно выстрелит и там станет новым Uber'ом, там миллионы, десятки миллионов пользователей, невозможно. Вы его не продаете? Почему? Ну, потому что там модель другая. Они все основаны на платной рекламе или на каких-то акселераторах. Ну, то бишь, либо платная реклама, либо органика, это условно педаль, на которую ты нажимаешь. Оно не может случайно выстрелить. Ну, если игра популярная какая-нибудь. Ну, мы игры не делаем. Мы игры не занимаемся.
А, то есть в ваших нишах такой рост. У нас утилиты, не... да, только. Это, а чего вы играми-то не занимаетесь? Это совсем, потому что это тоже история. Игра в казино, и совсем другая история, да. Ага, окей. Короче, если у вас игры написаны, вас тут не купят. Так что делайте эти пульты для телеков, пацаны. На самом деле, кстати, достаточно сложное приложение. А какие ниши? Вот мы уже, вас интересуют конкретно, мы уже выяснили, это VPN, это утилиты большие какие-то там, аутентификаторы. Да, собственно, все утилиты, все, что попадает под, ну, под категорию утилиты. Ну, этот уровень-то вы сказали, что вам не подойдет уже. Какой строительный уровень? Вот ставишь там... Ты его в стор не проведешь просто. А. Мы можем купить, если ты опубликуешь строительный уровень, можем попробовать купить. Нет с этим проблем. Ну, есть определенный список ниш. Я говорю, для начала там VPN и клинеры, к примеру, очень ходовые ниши. То есть, если разработчик может их публиковать, знает, как их делать... До сих пор голову носят. Нафига дофига клинеров в сторе? Есть один хороший, все, зачем ты больше? Ты просто смотришь с точки зрения пользы для человечества. Да. Ну, да. Ну, а нафига дофига домов? Не, ну дофига домов, людям жить надо где-то. Ну, а зачем все строят дома? Пусть одна компания строит. Ну, она же лучше строит, у нее технология более откатена. Домов. Дефицит домов, правильно? Потому что домов не хватает, поэтому много строят. Ну, я... Ну, а приложение-то одного хватает. Ну, зачем одному два? Человеку. Но есть большое количество юзеров, у которых нет VPN. Давай так, смотри, уберем нишу приложения. Аутификатор возьмем, да? Ну. Google аутификатор есть. Да. У Apple встроенный аутификатор есть. Да. Все, зачем больше? Окта. Discord зачем аутификатор больше? Есть. Binance. Да, Google хватает, зачем больше? У меня вообще он хардкей. Ну так давайте зачем удалим больше? Или что с ним делать? Вот, пацаны, вы делаете жизнь нашу сложнее, получается. Вы плодите эти приложения, ты потом сидишь такой, думаешь, бля, да что мне поставить-то? Можно? А смотри, а у Google нет синхронизации с облаком. Ну, это факт. Ты потерял телефон, это что факт. Тебе делать? Все, до свидания. Ну, до свидания. Поэтому вот. Хардверный ключ. А у нас было, к примеру, синхронизация с облаком? Это уже вопросики, как оно работает. С Apple-ом? Не с нашим облаком. К Apple вопросики. Ну, к Apple, да, а там к Google. Ты ну, думаешь, понятно. Google не может тянуть? Нет, смотри, это просто в принципе мир так устроен, что как бы за счет того, что количество компаний, количество проектов растет, и идут какие-то инновации и изменения. Если бы так, то были бы монополии, и все дома бы строила по миру одна компания. А зачем тогда кто-то другой строил другие дома? Ну, потому что у этой откатанная система, все это... Ну, потому и делаем что-то новое, потому что видим, что у какого-то количества юзеров не установлено. А что вы делаете с приложениями, если они перестают сходиться по математике обычно? Они либо висят, либо мы их продаем. Они за то, что висят, не... Ничего, проплачиваешь аккаунт разработчика, либо продаем. Я же, вот как мы ранее говорили, у нас есть определенные фонды, которые скупают мобильное приложение. То есть если нам как бы там без надобности лежит, мы там для себя в дальнейшем перспективы в нем не видим, то можем спокойно продать. Кстати, из прикольного в нашей компании, почему разработчикам классно быть, смотри, если мы берем крупные проекты, там единороги, да, какие-то, у них как это всегда выглядит структура? Есть стартап, там, к примеру, 100 разработчиков, там 5 человек отвечают за один модуль. Они сидят этот модуль, год пилят. И все. Вот в этом его экспертиза. Потом, к примеру, стартап обанкротился, всех распускает. Это тоже распространенная история на рынке. Человек даже не знает, что он там делал, да. Какой-то кусок свой писал. Он куда-то идет искать работу, ему говорят, что ты делал год? Он говорит, вот писал кусок, год. У нас разработчик за год закроет, ну, типа, там, 9-10 разных ниш с нуля. То есть он разберется, у него есть там полный цикл понимания. Мы их редко сажаем на какой-то модуль. То есть этот человек, он повышает скиллы все время свои, потому что у него есть задача разбираться, писать, разбираться, писать, разбираться, писать. И таким образом у него поднимается весь его уровень. Mm-hmm. Хорошо, давайте теперь немножко в цифрах, чтобы заинтересовать наших слушателей. Сколько можно таким образом зарабатывать? Мы сейчас говорим не про найм, а про дополнительные. Вот два кейса. Первый кейс, чел работает на фулл-тайме и решил в свободное время что-то поделать. Второй кейс, чел задолбался от фулл-тайма и хочет на себя работать. Давай, на какие ему суммы можно рассчитывать? Давай по аутификатору, вот те реальные цифры. Аутификатор в месяц приносит $2000. У разработчика есть процент в RefShare. Что можно продавать аутификатор? Я все еще не понимаю. Подписку на аутентификатор?
Так бесплатно есть, нахер мне платить. А где у iCloud нет Google Authenticator? Распознавание по картинке нет автоматического у тебя подставления с категорией сети. За какой-то функционал. За какой-то функционал, да. Конечно. Сейчас не за какой-то функционал тебя не пустят в стол. И человек, который, там, например, с вами партнерится, придет, он сможет два косаря в карман класть, если у него качественно будет. Смотри, к примеру, аутентификатор приносит $2000 в месяц. Вот реальные цифры. Это реальные цифры. Реальные цифры, да. Он приносил $2000 в месяц. Разработчик, который его делал, имел 20% от дохода по этому аутентификатору. 20% — это много или мало? Ну, не надо считать, но смотри, это было 400 самое долларов. Самое банальное, там, по чесноку, что не 50 на 50? Потому что затраты на продвижение этого приложения были в пропорции примерно такой, как он получает потом доход. Угу. То бишь мы там потратили $10,000 на продвижение, а аутентификатор на фриланс-рынке стоит 1500-2000. Угу. Теперь смотри, к примеру, разработчик потратил свое свободное время, но давай его там, он делал это параллельно со своей основной работой. Но давай это конвертируем во время или там стоимость на открытом рынке, что более справедливо. Открытый рынок, там, к примеру, вилка 1500-2000, например. Берем там среднее, $1700. То есть стоит это приложение. Разработчик продал, грубо говоря, называем его так, отдал его нам за $1700. Дальше он ежемесячно с него получает $400. Подожди, в смысле отдал? Вы еще ему заплатили за то, что вы его... Нет, смотри, есть разработчик, он делает приложение. А, все, понятно, да, понятно. 1700 он мог бы просто продать, скажем так, а так он получает 400 в месяц примерно. Да, да. Он на протяжении этого времени что-то еще там делает, допиливает? Нет, или он все, просто... он его отдал. Нет, он все, он никогда то есть вы просто не прикасается. Обошляете ему эти 20%, да. Пока вам приложение нет, нравится. Смотрите, давай оно работает. Тут лучше разобрать это все на разных моделях. Mm-hmm. Первое. К примеру, разработчик, который умеет делать аутентификаторы, устраивается к нам на работу, к примеру, там, на зарплату какую-то, там, 1500-1700 долларов. К примеру, какой-то там middle, ну, не высокий уровень, средний. Вот, он зарабатывает там в среднем $1700, и там с бонусами, к примеру, зарабатывает там 2300-2500 суммарно по году. Вот он за год заработал сколько там, 25 и плюс это $30,000. Он заработал просто работая у нас в найме. Это первая опция там для ребят, которым нужна стабильность, там, к примеру, разработчик, жена, дети, все. Ему как бы он просто хочет жить, зарабатывать, работу. Это первая опция. Как... Ну, кстати, тут не удивили. Я думаю, мобильные разработчики в найме, медлы могут и сильно больше зарабатывать. Могут и сильно больше, кто-то может и сильно меньше, но там... Вопрос рынка. Вопрос рынка, где ты находишься, уровень и так далее. Это первый вариант. Вот в первом кейсе он пришел к нам, заработал 30-ку за год. Во втором кейсе он, к примеру, работает на какой-то другой работе, получает там такого же рода деньги, либо там меньше денег, больше, неважно. Но на другой работе он как-то там вне рабочее время или еще как-то научился делать эти аутентификаторы, разобрался. И, к примеру, он берет и за год нам продает, к примеру, там 7 или 10 этих аутентификаторов. Это реальные цифры? Есть люди, которые вам 10 сертификаторов продают? Да, конечно. Вообще без проблем. Ты же, получается, тогда пассивно там 4 косаря с какого-то момента начинаешь иметь. Не, мы сейчас смотрите, говорим, просто да. Продает за цену приложения. Вот, к примеру, он научился и просто одно и то же приложение продал нам много раз. К примеру, там по 1200 или 1500. Извините, сразу, чтобы все понимать, факт продажи для вас, точнее, для разработчика, это ему надо вывести это приложение в стор. Вот как только вынес, может идти продавать. Есть разные модели. Он может отдать билд, это будет одна цена, а может продать то, что уже в сторе, это другая цена. А с точки зрения технической, одному человеку можно несколько аккаунтов вот так выводить на стор или под одним аккаунтом одни и те же приложения? Нет, аккаунты все на нас. Он, его задача туда просто загрузить и просто модерация может сказать, тут недостаточный функционал. И тогда он должен что-то дописать. К примеру, он там нам по $1300 продал этих 10 аутентификаторов. Ну, вот дополнительно заработал типа 13 косарей за год, просто имея одну технологию, раз ее придумав и переписывая код, чтобы там все классы, функции, еще все раз, были разные. Еще объясните мне, а вам зачем 10 одинаковых аутентификаторов? Потому что каждый из них продвигается до определенной точки. Да, до определенной точки, то есть становится по целевым запросам. Немножко разный интерфейс,
да. Технология одна и та же. Да. Базовая, да, но могут быть доп. Фишки разные. Ну и плюс, опять же, важно понимать, что из этих 13 аутентификаторов для нас, как для компании, не каждый будет прибыльный. Ну, понятно. Да, да, то есть это дальше наш косяк. Там мы как хотим ими занимаемся. Вот он заработал 13 тысяч и дополнительно зарплату на другой работе или там что хочешь. Он мог быть, я не знаю, пивная у него дополнительно. Неважно. А третий вариант, он приходит к нам в партнерство. К примеру, продает нам эти идентификаторы. Там, вот как Виталий сказал, мы ему даем 20% от ревеню со всех приложений. К примеру, каждый идентификатор собрал там в среднем 2500 MRR. Как быстро он выходит обычно на такие цифры? Смотри, тут надо углубиться сразу. Mm-hmm. Если приложение, когда приложение выходит в Store и собраны MRR, это уже промежуток минимум где-то в дней 40, так вот, по-хорошему. Ну, потому что тебе, чтобы сформировалась база, ну, должны начать идти пользователи. Mm-hmm. Чтобы начали идти пользователи, сначала приложение нужно продвинуть. 40 дней, это быстро кажется. Будто бы. Ну, я говорю, минимум. Mm-hmm. Типа, да, получается, сначала ты продвинул приложение. Если оно продвинулось без проблем, то ты начинаешь получать ежедневно пользователей. Дальше эти пользователи начинают конвертироваться у тебя там, mm-hmm. и в какой-то момент у тебя собирается вот этот костяк пользователей, которые тебе каждый месяц начинают нести деньги. Минимум 40 дней, по среднему, наверное, я бы брал 2 месяца, где-то так. Вот 2-2,5 месяца. Бывают кейсы, что приложение может собрать меньше. То есть за 2 месяца в среднем вы разгоняете приложение до прибыли в несколько тысяч долларов. Ну, в случае с органической выдачей, да. Да. В случае с органической выдачей. Но может быть, подчеркиваю, то есть, чтобы не было там инфо-цыганства, может быть, что 5 приложений, к примеру, из них 3 зашло, 2 не зашло. Такое. Но какое это могло зайти не на 2000, да, а там на 6000? Да. Mm-hmm. В какой момент, извините, вы понимаете, что надо остановиться с педалькой маркетинга? Но если на 6 зашло, так может и на 12 зайдет? Нет, там есть лимиты. Там, да, конкретно с органикой есть определенная штука, да. Там. То есть понятно, в принципе. Да, это все понятно, куда и какое приложение можно примерно загнать. Ну вот, к примеру, он нам... таким макаром запартнерился с нами на 10 приложений, и каждое из 10 приложений собрало две с половиной тысячи базы. Угу. Вот, 10 приложений, значит, там условно в год они принесут нам суммарно 30 тысяч, из которых мы отдадим 20% ему. Пятую часть из 30 тысяч, 6 тысяч мы отдадим, и он будет каждый год получать за вот эту свою работу по 6 тысяч. Подожди, каждый месяц? 6 тысяч в год. Каждый месяц, извините. Просто оно будет в ретроспективе, потому что он же будет их не сразу пачкой продавать. Он месяц сделал одно, месяц второе. Пока оно там встало. Да. И вот он, ну, соответственно, через год, на следующий год, он сможет получать 6 тысяч долларов в месяц, продав нам эти 10 приложений, запартнерившись. Как долго эти приложения могут жить? Почти бесконечно. Ну, типа, насколько часто тебе вот как партнеру вашему нужно обновлять свое портфолио, чтобы оставаться на том же уровне, там, условно, 6 тысяч? Тебе не нужно их трогать. То есть ты вот так вот за год раз вышел на там какую-то кругленькую сумку и забыл? Смотри, если мы... Ну, я бы хотел сказать да, но, типа, в реальности это немножко отличается. В реальности немножко отличается. Во-первых, эти 10 приложений, если соберут каждое в среднем так, то это, там, условно, идеальный расклад. В реальности не все 10 соберут. Ну, там, кто-то больше соберет, кто-то меньше. Все, в принципе, что-то соберут. Там, к примеру, одно, может, отлетит. То есть вот так вот. Там средняя цена будет, средняя доходность будет немножко другая. Подожди, я же как считаю? Если вы говорите, что в среднем там среднее сложное приложение можно писать там раз в 2 приложения в месяц. Ну, это если только этим занимаешься. Ну вот, да. Если только этим занимаешься. Вот ты, получается, взял подушечку, накопил себе на год денежную, и сидишь год, клепаешь для вас партнерку приложения. Ну да. Наклепал за год 24 приложения, 12 из них вам продал. Сделал качественно. И все, и дальше сидишь и на баре катаешься. Ну да, если эти все 12 зайдут, опять же. Давай возьмем, что какой-то процент не зайдет. Ну ладно, какой-то 2 года зайдет. Поработал на вас, продал вам 24 из 24, но явно 10, наверное, зайдут. Ну так и будет, да. Но мы выбираем партнеров, с кем партнериться, мы выбираем тщательно. То есть mm-hmm. разработчика должен быть скилл, понимание, там, я же говорю, если он сам заливает приложение, это еще лучше для нас и для него, в принципе. Для этого человек должен со скиллом быть. Но так еще я тебе больше скажу, есть еще более сладкая история. Потом, когда эти приложения мы или он захотим продать, пропорция сохраняется. А приложение оценивается в стоимость месячной базы, умноженная на какой-то период времени. Понятно. То есть в среднем там 1.5-2 года.
Но для меня, как для чувака, который приложение куда-то продал, получает потихоньку, мне не сильно прикольно то, что вы продать хотите. Не, мы, во-первых, мы будем продавать только с утверждения с тобой. Угу. А во-вторых, ну смотри, типа, к примеру, ты штампанул за год одно приложение, сейчас тебе посчитаю. Ты штампанул одно приложение, $2500 оно несет в год, ой, в месяц. В 2 года умножаем на 24 месяца, это $60,000. Угу. Ты либо будешь с него получать с $2500 пятую часть, это сколько? Либо будешь $500 получать, либо сразу получишь с 60 тысяч на 0,2 12 штук. Ну, не так и плохо. Ну, неплохо, да. Заодно. А ты, типа, экстраполируй это, к примеру, на 10, если ты их за год надел. Обычно ребята, если у них штук 10, они хотят, они не против продать 2-3, например, абсолютно, чтобы получить сразу большие живые деньги, а остальные там оставляют. А про факт продажи не знаешь, что технология тоже утекает, и нельзя больше выпускать под этой... Так и какая там, ну, по факту, в аутификаторе какая технология? Ну, да. Блин, аутификаторы надо пилить, короче. Хорошо. Не, ну, тут все разное. А если говорить по конкретным цифрам, какие у вас минимальные, максимальные у партнеров доходы? Вот так, по чесноку. Так вот, по чесноку тебе аутификаторы, это были абсолютно реальные цифры. Ты можешь выпустить 10 аутификаторов. Успешно. Но у вас есть кейсы таких ребят? Да, у нас есть ребята, у которых в партнерстве 11 приложений. И сколько они с них имеют? Если взять среднее по палате, 3000 внесет одно приложение. Смотри, я почему сказал 2500 в среднем? Потому что, в принципе, если разделить все наши органические приложения на всю выручку, на все наши, всю выручку по органическим приложениям, на количество наших органических приложений, то у нас средняя МРР будет 2500. То есть это средний наш результат. Ну да. Но это просто, если ты сделаешь одно приложение для нас, то это типа не гарантия. Может быть, будет $500, может 300, а может второе будет 5000. Ну, я имею в виду в среднем. То есть, типа, если ты постоянно с нами работаешь, то вот в среднем такие цифры по приложению. Получается, значит, что это история для дополнительного заработка, либо, если все хорошо будет, то для замены основной работы. Но это не история про уход в небеса. Отлет в свой бизнес полностью, там, где ты зарабатываешь, ты 100 тысяч долларов в месяц. Смотри, ну мы бы кривили душой и рассказывали бы про успешный успех, что если бы это был отлет в свой бизнес, я забываю 100. И ты 100, ты можешь сделать, на самом деле, 100, но это тебе надо иметь уже бизнес-подход. То есть, если ты, у тебя есть команда разработчиков. То есть, ты сделаешь на своем конце команду, может, компанию какую-то, и будешь партнериться. Конечно. Окей. Ну, то есть зазор на бизнес есть, но он такой. Смотри, тут условно все вот эти варианты сотрудничества конкретно с нами, либо с кем-то другим, опять же, в такой. Мы просто подобрали, это все разная целевая аудитория людей. Mm-hmm. То есть первое, найм к нам на работу. Мы платим хорошие рыночные условия и строим там большой классный коллектив, в рамках которого можно и вырасти, и там подняться по карьерной лестнице, там стать тимлидом и так далее. То есть это первое. Для людей, которые там ищут стабильности, не хотят рисковать и хотят просто условно работать в хорошей мобильной компании, которая стабильно зарабатывает деньги и делится со своими сотрудниками. В том числе. А вторая история. Это как бы такая там средняя, уже не такая условно безопасная история, но тем не менее это возможность подзаработать, возможность фриланса, когда ты можешь чем-то другим заниматься, чем хочешь, и просто продавать нам приложение, зарабатывая гарантом тоже хорошие деньги. И есть третья история, в которой она максимально из этого всего рисковая, но тем не менее влечет за собой в случае выигрыша максимальные доходы из этого всего. И она в долгую. Да. Когда ты отдаешь свой труд, ничего не получая в моменте, но через время как бы ты получаешь revenue share с компанией. Ну, вопрос тогда такой еще. А да. Зачем тогда вам внутренний штат разработки, если вы можете просто партнерами закрывать все потребности и заниматься исключительно маркетингом? Не и все? Не можем. Во-первых, с партнерами тебе надо больше контролировать партнеров. Ну, имеет свойство, все там тупят где-то. А потом партнеры многие... Ну, смотри, когда ты сам своим разработки делаешь, у тебя есть четко там условно техническая задача, понимание, техническое задание, что разработчики должны делать, как. У тебя есть воронка, у тебя есть там свои дизайнеры, наработанные люди. Когда ты работаешь с партнерами, во-первых, прям все ты не можешь показать партнерам. Ну, это естественно.
А второе, партнеры могут реально сильно тупить, вот как бы это ни звучало. У них там могут или, возникать... Или наобещать что-то, да. Потом пропасть. Для этого есть, не? Да, ну, там... Какое? Какая с инди-разработчиком, фрилансером, какой договор? Договор он там что? Забухал, у него жизненное обстоятельство это, там в его стране вообще, война ты, началась, ты, еще в это, что-то. В эти строки уложись, мы тебе заплатим. Не уложишься, пошел нахер, нет? Да, но мы же время потратим, так, если он нам? Нет. Ну, смотри, есть конверсия определенная в то, что он сделает. Не уложился он, и что нам? У нас нет приложения, нет продукта. Нет, так то же самое и со штатом. Ну, чувак забухал, запил, война у него началась, все. Со штатом у нас так не работает. Не, ну со штатом есть доступ к человеку каждый день, ты его трекаешь каждый день, так ты этот. Ну, в общем, штат это, смотри, нам для существования компании, для того, чтобы зарабатывать каждый месяц деньги. Штат стабильно. И расти, вот мы ориентируемся, то есть как бы весь наш рост, весь наш план по росту и всего, он чисто заточен на in-house. То есть мы как бы строим in-house команду, планомерно ее растим, люди внутри команды развиваются, там получают бонусы и так далее, и благодаря этому мы планомерно растем. Дальше, чтобы понятное дело, чтобы экспансировать сильнее, мы не можем всех людей в мире нанять. То есть, соответственно, есть параллельно часть людей более предприимчивые. Мне бы хотелось бы, наверное. Ну да. Ну вот есть часть людей более предприимчивые, которые как бы готовы прийти и в каких-то партнерствах, либо в каких-то других вариантах работать. Но они тоже мобильные разработчики. И мы с ними вот такими разными вариантами тоже партнеримся, у них выкупаем их труд так или иначе. Вот. Потому, собственно, ну это разные модели, но я бы не ставил во главе угла чисто вот эти партнерства. То есть, к примеру, у нас как бы внутренние разработчики тоже очень хорошо зарабатывают, и все нормально. И партнерство, опять же, это игра в долгую. Это не будет, что там через месяц сразу, через два начинает там молниеносно идти доход. Не каждое приложение может быть удачным. То есть приложение у нас там $50 MRR. То есть оно что есть, что его нет. Просто важно понимать многим разработчикам, что приложение без последующей монетизации не стоит практически ничего. Да, то есть вы же такие покупаете, потом монетизацию туда вперед. Мы знаем, как их монетизировать. Мы знаем категорию. Ты понимаешь, мы там плюс-минус эксперты в нише. Часто приходят к нам какие-то наши друзья или еще кто-то. Вот мне там часто пишут люди там с каких-то моих прошлых... там я занимался медиабайнгом, там другие люди, у которых были большие компании или еще что-то, говорят, ой, мне предлагают там вложить деньги в мобильное приложение. Скажи, оцени, советуешь, не советуешь. И вот часто, ну, типа в 99% случаев вообще полная ерунда. Потому что в обществе бытует мнение, что мобильное приложение — это технология, это вот должно быть что-то крутое, инновационное, и вот только тогда оно взорвет. Но в 99% случаев как раз крутое, инновационное, оно никогда не взрывает, потому что, ну, это такая модель казиношная, то есть, типа, это один на миллион взрывает. А есть, или умри. Да, а есть определенное, ну, то есть, условно, к примеру, ты строишь дома, да, есть, типа, технология с кладкой кирпича. Вот уже 100 лет строят из кирпича, типа, все. Будешь строить из кирпича, будешь зарабатывать там каких-то своих 30% комиссии на постройке домов из кирпича. Но, с другой стороны, ты там насмотрелся какую-то американскую технологию из сжиженного пластика, которая вроде как супертехнологичная и модная, и приезжаешь там к себе в Беларусь, Украину или еще куда-то, и говоришь, сейчас будем строить это все. Ну, типа, ты же понимаешь, может быть, выстрелит. И ты действительно, у тебя есть шанс стать лидером рынка сжиженного пластика там в Беларусь. Но шанс, что не выстрелит больше. То есть кирпич — это рабочая связка. Плюс если ключевая разница между разработчиками, к примеру, вот и нами, например, да, разработчик всегда думает, что его труд... Ну, это там самый тяжелый труд. Вот он там... Это классическая история. Сидит разработчик, делает приложение 4 месяца сам. Там сам на себя придумал вау-идею. Там, я не знаю, тудушник, things to do. Сделал приложение 4 месяца, и он думает, я потратил 4 месяца своей жизни. То есть я там потратил там по рынку $10,000 на это приложение. И что с ним делать? Он не знает, что дальше делать. И он такой ходит и говорит, о, ребят, вы занимались мобильными приложениями, вроде что-то покупаете. Вот я сделал things to do, такое революционное, там все так сделано круто, за 30 тысяч вам продам. Мы говорим, дружище, ну, вот это приложение твое, типа, за $500 не сильно надо. Ну, с ним ничего не сделаешь, его не монетизируешь. Мы не знаем, как его монетизировать. Мы не знаем, кто так, как его сможет монетизировать. Это куча историй. Он у нас товарищ сделал там $200,000, бахал какую-то ишную хрень, там наполнял то все, не придумал, как маркетинг делать, там за десятку продать не может. Ключевая продукт или маркетинг, а потом продукт. Ну, потому что продавать надо. Да. А, кстати, а какие вот такие вот есть, может, ниши, сейчас расскажете, которые вообще не продаются, но которые почему-то все лезут?
мобильных приложениях? Ну, давай, тебе вообще не продаются. Блин, мы просто обычно занимаемся тем, что продается. Ну, вот тудушка, ты говоришь, не продалась. Тудушка бы. Не продалась бы. Почему? Что, дофига конкуренции? А как ты, ну, тебе сложно заливать на нее маркетинг? Как, какая разница? Какая же маркетинговая воронка? Вон в Facebook пошел рекламу, закупил, ну, у тебя лучше обсидиан. Математика. Почему нет? Смотри, какая разница, VPN мне в Фейсбуке пиарить? Или... Давай очень просто и коротко, потому что это там разговор на целый подкаст. Не, ребят, давайте, во-первых, уточним, что продаются или не продаются, мы говорим про приложения без подписочной базы. То бишь приложения, в которых есть подписочная база, оценивается подписочная база. Угу. Мы говорим просто пустое приложение, вот вообще с нулем пользователей. Потому что, ну, как бы, не может стоить, но... Пустое приложение без пользователей, без подписки. В котором ты платишь за установку, нет? Нет, Дима имеет в виду следующее. Есть два разработчика. Есть приложение, оно несет 100 тысяч долларов, оно не может стоить ноль. Да. Понимаешь? У этого Things to Do, которое несет 100 тысяч в месяц, а у этого Things to Do, у которого ноль. А, так, допустим. Одинаковая по технологии. И там подписка, да? Да. Но там нет юзеров пока, тут уже база. Да. Вот это будет стоить, ну, дорого. Типа там 2-3 миллиона. На 2 года там. Понятно, да. А это может стоить 500 долларов. Хотя на него потрачено там 4 месяца разработки. Его просто никто не будет покупать. Хорошо, а почему тогда VPN такой же с нулем будет 1,5 косаря стоить? Потому что сложно проводить стор. Типа категория вот переполнена. Это вот тудушку сложно перевести, сложнее, чем VPN. Тудушку легко провести, а VPN сложно провести. Так если тудушку легко провести, значит, она должна стоить как минимум дороже, чем VPN. Почему? Нет. Ну, потому что ее проще провести, а значит, пользователи побегут, нет? А, подожди. Стор, провести модерацию. Поэтому она дешевле. Смотри, VPN есть понимание, как с него зарабатывать. Угу. В тудушке нету понимания, как с него зарабатывать просто. Поэтому, ну, это условный пример привел. Но опять же, тудушка, может, кому-то нужна тудушка, они умеют лить тудушку, и они хотят ее купить. Тогда возвращаясь вот к вопросу, что точно херово будет очень сложно раскручивать, куда все лезут? Не знаю, игры какие-нибудь. Все разработчики... Диета, голодание. Health and beauty разные. Сложно. Да. Да, есть ребята, которые умудряются это делать. Да, но они просто там, у них уже воронки сменились, это такая старая ниша, и они в основном там перешли на веб-то-веб, они проводят биллинг на вебе, а дальше ведут в телефонное приложение. А какие-нибудь айтишные курсы там в приложениях продавать или это вообще? Ну, это немножко совсем другая ниша. Ты айтишные курсы по подписке редко продаешь. Айтишные курсы чаще всего берут через веб-биллинг в интернете. На сайтах, грубо говоря, у тебя берут платеж. Ну, и опять же, смотри, тут типа надо четко разделять. К примеру, вот ты блогер, да, у тебя есть твоя аудитория. Ты сделаешь свои айтишные курсы, ты ее классно продашь своей аудитории, потому что это твои авторские айтишные курсы, у тебя есть своя аудитория. Ну и, в общем, и мои айтишные курсы ты классно продашь своей аудитории. Но если ты, Виталик, просто не блогер и не маркетолог, и сделал айтишные курсы, они вообще нахуй кому не нужны. Да. Понимаешь? Потому что у него ни аудитории, ничего, и он не умеет это привлекать. То есть надо плясать от того, что типа либо у тебя есть аудитория, либо ты знаешь, как покупать эту аудиторию, ты знаешь, почем ее покупать и так далее. И делаешь под это... То есть приложение, в принципе, это в умах народа почему-то что-то такое сложное. В принципе, это превратилось в лендинг, условно. И по сложности разработки, ну, чуть-чуть посложнее. И поэтому. Но это, в принципе, обычная часть маркетинг-воронки. Ты же не, там сайт или лендинг-пейдж не оцениваешь сотни тысяч миллионов долларов. Не, ну, было бы неплохо, конечно, но нет. Ну, вот, смотри, мы сделали наше сообщество Application Club, и по факту, вот почему мы говорим, мы уже говорили об этом один раз, для успешного приложения разработчику, если он хочет сам идти в бизнес, условно, ему надо 3 человека вот, вместе с ним. То есть должен быть разработчик, должен быть дизайнер и должен быть маркетолог. Да. Вот когда есть трио, они что-то могут как-то втроем родить. У вас в сообществе можно найти таких? Там есть дизайнеры, есть маркетологи, есть разработчики. То есть, в принципе, они могут можно прийти в сообщество и там поспрашивать. Ну, можно. Так там есть и владельцы студий в закрытом чате, где хочешь. Если заинтересовались. Ну, так там 900 человек, которые так или иначе связаны с разработкой мобильных приложений. Кто-то фаундер студии, кто-то маркетолог, кто-то еще кто-то. А если дойдешь, типа, не будет впадло и пройдешь верификацию, и попадешь в верификейшн чат, то, ну, типа, верифицированный, то в шапке профиля откроешь и посмотришь там сразу список на 200 человек, кто чем занимается. Okay. Кстати, мы там каст проводили на прошлой неделе и разбирали полностью, там, как происходит публикация приложения, какие есть баны, за что пишет Apple. Да, мы как раз еще в рамках клуба раз в неделю проводим групповые звонки, где кто-то один выступает, спикер. Так вы сообщество это платно не собираетесь делать? Ну, пока нет, никаких денег вообще. Мы туда... У нас задача была другая вообще совершенно. Короче, тогда вопрос такой. У меня уже был опыт с арбитражником тут одним, нехорошим. И этот нехороший человек оставил ссылки на свое сообщество.
а потом пошел там курсы продавать, людей разводил. Вот у нас такого не будет, правильно? Мы не продаем ничего в сообществе. Смотри, смотри, у нас у студии суммарный ревенью там под $1 миллион. У нас... Нам любые деньги с любых курсов никак не окупят, то бишь мы с одного... Типа, ты можешь посчитать, почему можно продать любой курс и так далее. Нам одно партнерство, либо один разработчик в найм компенсирует намного больше профита, либо какая-то ценная информация, к примеру, от кого-то, что он там знает, что-то компенсирует намного больше, чем инфа с любого курса. Кого вы сейчас на работу хайрите? Кто вам нужен? Вот ребята посмотрели, поняли формат сотрудничества, кто-то захотел к вам пойти. Явно не все разработчики, которые нас смотрят, вам подойдут. Если это разработчик в найм, к нам в компанию на full-time, то в основе это Swift-разработчики, Unity-разработчики, Flutter-разработчики, дизайнеры разных уровней. Периодически full-stack'и нам нужны разработчики. В каких странах хайрите? Не РФ. В основе своей Украина, в принципе, любая страна нам подходит. Абсолютно. Европа тоже? То есть... Да, Европа тоже подходит. Окей. Да, плюс UA-щики, то бишь разного рода маркетологи, которые работают конкретно в сфере мобильных приложений. Если у тебя там где-то есть из твоей аудитории, то тоже интересно. Вот, к примеру, работает там человек и в какой-то компании занимается полностью маркетингом, отвечающим за какую-то нишу мобильных приложений. То бишь он может к нам прийти, и мы там с радостью с ним договоримся там за найм, либо на каких-то партнерских условиях. Есть кейсы, где мы с людьми, которые полностью знают там условно тему, связку, как с помощью там такого-то мобильного приложения закупать такой-то трафик и зарабатывать на этом деньги, где мы входим в какое-то там партнерство. И там это может быть гибридная модель, зарплата плюс процент, либо просто процент, либо еще что-то, и как бы вместе с ним это реализовывать. И с какими проектами вам точно к вам можно с партнерством идти? В каких нишах, еще раз так? Смотри, мы партнерство обсуждаем индивидуально с командами либо с разработчиками. То есть это не так, что мы вышли на рынок и говорим, приходите все к нам партнериться. Ну, с Clash of Clans нельзя к вам идти в партнерство? С Clash of Clans нет. Ну, вот. Все, что можно назвать утилитами, точно. Все, что остальное под вопросом. В принципе, пусть, конечно, все пишут. Как минимум, у нас, я же говорю, у нас и большое сообщество. Мы кого-то посоветуем, кому может быть это интересно и так далее. Но вот если утилита, это совпадает со словом утилита, то тогда точно мы можем общаться. Куда вам можно писать? Телеграм, Инстаграм. Мне на наш Телеграм, Инстаграм. Все телеги лично оставим в описании. Да, можете оставить. Пишите ребятам, там же будет ссылка на сообщество. Да. И на YouTube-канал. Да, на YouTube-канал обязательно ребята там более подробно рассказывают про все кейсы разработки мобильного приложения. Чуть больше с бизнес-стороны, хотя у вас там уже и айтишники начали появляться. Да по-разному, да. Так что подписывайтесь, в общем-то, Light Apps подкаст. Да. Все правильно. Все, пацаны, спасибо вам. Спасибо.